Добрый день, уважаемые участники и гости конференции. Приветствую вас на ежегодной тематической площадке Республиканской конференции педагогов технического профессионального образования, посвященной сотрудничеству организации технического профессионального образования с бизнесом. Тема нашей дискуссионной площадки сегодня – дуальное обучение, подходы, инновации, перспективы. В этом году из-за пандемии поменялся формат проведения конференции, но в этом есть и свои плюсы. Есть возможность привлечь к нашей дискуссии большое количество желающих. В работе конференции принимают участие наши зарубежные коллеги, социальные партнеры, представители национальных и региональных палат предпринимателей, педагоги организации образования, технического профессионального образования. Хочу отдельно выразить благодарность нашим гостям, экспертам. Томас Хельм, директору представительства фонда имени Конрада Аденауэра в Казахстане. Кристин Химшемайер, главному эксперту Европейского фонда образования. Ильза Бранте, председателю Латвийской ассоциации профессионального образования, директору Орского техникума. Шанаева Элизат Жапаровне, заместителю директора Департамента развития человеческого капитала НПП «Атамикен». Битлемишеву Павлу Иннокентичу, член управления «Союз машиностроителей Казахстана». Кожабаева Хайруле Байдильдаевичу, председатель управления «Кентауский трансформаторный завод». Абраменко Матвею Сергеевичу, ведущему инженеру-технологу ТО ВЭФ «Поиск» города Петропавловск, Северо-Казахстанской области. Гуйван Дмитрий Николаевич, ведущий специалист АО ПЗТМ города Петропавловска, Северо-Казахстанской области. Ежегодная августовская конференция – это время отсчета начала новых дел, нового витка жизни в образовании, знаменующего старт студенческого марафона длиною еще в один год. Таких качественных изменений, которые происходят в последние годы, техническое профессиональное образование не переживало уже много десятилетий. Создание современной инфраструктуры, внедрение эффективных механизмов, поддержка талантливых педагогов, обучающихся. Все эти процессы направлены на формирование нового качества человеческого потенциала страны. Самая важная цель технического профессионального образования – подготовить не только специалиста своего дела, но и воспитать достойного гражданина страны. Поэтому сегодня мы собрались, чтобы обсудить, как педагоги совместно с работодателями и всеми заинтересованными сторонами могут содействовать развитию системы технического профессионального образования в нашей стране. Хочу поблагодарить все педагогическое сообщество за ту большую и самоотверженную работу, которая позволила нам в прошедшем учебном году достичь значительных результатов в развитии и совершенствовании образования в нашей стране, вывести ее на качественный уровень, на новый качественный уровень. В этом успехе есть частица труда каждого педагога системы технического профессионального образования. Примите самые искренние поздравления и пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, новых творческих идей, успешной, плодотворной работы сегодня. Разрешите, уважаемые коллеги, приступить к повестке дня. Первый вопрос – это касательно организации учебного процесса. Буквально в двух-трех штрихах я хотела бы обозначить начало учебного года, поскольку много материала и информации ушло в нашей организации образования. Я должна буду только осветить главные моменты начала учебного года. Мы, колледжи, начинаем учебный процесс 1 сентября дистанционно. По специальностям педагогическим, экономическим, IT, социальным, гуманитарным направлениям 100% дистанционка. Дистанционное обучение, в том числе производственная практика и обучение. Что касается технических, технологических, аграрных направлений, медицины и искусства, то теория остается в онлайне, лабораторные занятия, производственное обучение, профессиональная практика начинаются контактно, но рекомендуется с ноября 2020 года. В штатном режиме, в традиционном формате, продолжают обучаться студенты в колледжах сельских населенных пунктов, малых городов, их порядка у нас 102, и 9,5 тысяч наших студентов.
По системе технического профессионального образования у нас задействовано порядка 30 цифровых платформ. Они помогли нам эффективно перейти и одномоментно перейти на дистанционное обучение в марте месяце и до сегодняшнего дня несут эту определенную нагрузку. Что касается педагогов, их у нас армия достаточно большая, 41 705, которых мы обучили буквально с 3 августа в отдельных группах, по отдельным темам, на отдельных курсах по IT-компетенциям. Кроме этого, в учебных заведениях должны быть усилены санитарные режимы с 1 сентября, учитывая социальную дистанцию, масочный режим, измерение температуры, наличие санитайзеров и других средств по санитарно-эпидемиологической безопасности. Значит, обучение касательно штатном режиме необходимо будет организовать в колледжах сельских населенных пунктах, в колледжах при комитете уголовно-исполнительной системы. Есть у нас 14 таких колледжей, кадетский корпус, это Минобороны касательно. Значит, для иногородних студентов, которые не могут иметь возможность и не имеют возможности технические, отсутствие интернета, для них есть возможность проживать в общежитиях с условиями, что там создаваться будут абсолютно условия и для как санитарно-эпидемиологической безопасности, так и для дистанционного обучения. Для детей и семей многодетных и семей уязвимых слоев обеспечение интернетами и компьютерами остается за местными исполнительными органами, колледжами в том числе. Что касается работы столовой, то они исключаются, отменяется их работа. Касательно организации учебного процесса, здесь отдельный разговор. Мы с вами проводили ряд совещаний, ряд семинаров для того, чтобы уже сейчас продумать учебный процесс, график, расписание с тем условием, что это будет увеличение смен, сокращение продолжительности занятий, сокращение количества в группе. Кроме этого, разработаны специальные нормативно-правовые акты, как санитарно-эпидемиологические требования, методические рекомендации и ряд других нормативных документов. Что касается производства обучения и профессиональной практики, в тех направлениях и специальностях, которые допустимы организации дистанционной, значит, там нужно будет проводить с помощью виртуальных лабораторий, тренажеров, симуляторов, которые позволят обучающимся осваивать профессиональные компетенции. Что касается, значит, организации учебного процесса, то мы даем возможность самим, согласно ситуации санитарно-эпидемиологической, значит, в регионе, организовывать учебный процесс самостоятельно. Касательно инфраструктуры, то нужно сказать, что педагоги у нас 100% обеспечены как интернетом, так и компьютерами. Постарались очень и колледжи, и акиматы регионов обеспечить. Кроме этого, на сегодняшний день не имеется компьютеров у студентов порядка свыше 11 тысяч и отсутствие интернетов свыше 8 тысяч. Этой работой занимается как колледжи самостоятельно, так и акиматы, знают об этой проблеме. Идет интенсивная работа по обеспечению как компьютерами, так и интернетом на местах. Касательно контентной части, то на базе TALAB сформирован каталог, который ежедневно пополняется качественными видеоуроками, электронными учебниками, дополнительными материалами. Отрабатываются со всеми учебно-методическими объединениями вопрос обеспечения качества содержания, использования дополнительных материалов. Это все для того, чтобы содержание программ и подготовка кадров в вопросах качества не снижалось. Продолжаем курсы повышения квалификации, продолжаем вебинары еженедельно,
также выходим в открытое пространство для того, чтобы максимально охватить наших педагогов вопросами повышения квалификации и обеспечения контентом и содержанием учебных программ. Это относительно организации учебного процесса. По второму вопросу повестки дня разрешите мне предоставить слово Ернату Гапоучу относительно основных направлений развития технического профессионального образования. Ернат Гапоуч Жуносов, заместитель директора департамента. Пожалуйста. Рахмет, Насима Жамбековна. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, құрметті әріптестер. Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамытудың негізгі бағыттарына тоқтала кетуге рұқсат етіңіздер. Алдыңғы жылдары техникалық және кәсіптік білім жүйесін дамытуда мынандай бағыттар бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші бағыт бұл техникалық және кәсіптік білімнің заманауи экожүйесін қалыптастыру. Оның ішінде басты міндеттердің бірі техникалық және кәсіптік білім мазмұнын жаңғырту. Алтай, келесі слайд. Оның ішінде өздеріңіз білесіздер, ұлттық сенім кеңесінің отырысында Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы колледждерге академиялық дербестік беру туралы тапсырма берген болатын. Қазіргі уақытта министрлік осы тапсырманы жүзеге асыру бойынша біраз жұмыстар жүргізіп жатыр. Соның ішінде заңнамалық тұрғыда бекіту жұмыстары жалғасуда. Жалпы алғанда академиялық дербестік бәсекелестікті арттырады, оқудың сапасын жақсартады. Кез келген өзгерістерге тезірек жауап беруге мүмкіндік береді деп сенеміз. Еквет элементтерін ескере отырып, келесі бағыт бұл кредиттік оқу технологиясын енгізу. Бұл өте қажет, әсіресе білім деңгейлері арасында сабақтастықты қалыптастыруда. Колледждерге кредиттік технологияны кезең-кезеңмен енгізетін боламыз. Қазіргі кезде 46 оқу орны эксперименттік режимде жүргізілуде. Біз оның оң нәтижесін көріп отырмыз. Яғни келешекте оқуға қабылданған студенттің формальды және формальды емес түрде алған білімнің нәтижелері, яғни кредиттері есепке алынып, студент оқытудың жеке траекториясын анықтайтын боламыз. Нәтижесінде біз ойлаймыз, что оқу мерзімін қысқартуға мүмкіндік туатын болады. Сонымен бірге халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, осы оқу жылынан бастап сандық бағалау жүйесінен балдық рейтингілік бағалау жүйесіне көшетін боламыз. Барлық нормативтік құқықтық актілерді дайындалу үстінде осы тамыз айының соңына дейін барлық оқу орындарымен түсіндірме жұмыстарын жүргізетін боламыз. Келесі мәселе бұл МСК және жұмыс берушілердің талаптарына ескере отырып, мамандықтардың жіктеу үшін өзектендіру, яғни классификатор. Қазір кезде классификаторды қайта қарастыру үстіндеміз. Еңбек нарығы мониторинг нәтижелері және атлас профессия дейміз, соның негізінде жаңа мамандықтар енгізу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қазан айына дейін бұл жұмысты толық аяқтаймыз. Келесі оқу жылында біздің оқу орындары жаңа классификатор мен жаңа мамандықтар ашып, кадрлар даярлауға мүмкіндік алады. Тағы да заманауи екі жүйенің қалыптастырудың бір бағыты бұл материалдық техникалық базаны және инфрақұрылымды дамыту. Негізінен материалдық техникалық базаға тоқталатын болса, қазіргі кезде колледждерде заманауи жабдықтармен жабдықтау жас маман жобасы шеңберімен жергілікті бюджет есебінен жүргізіледі. Бұл әрі қарай жалғасатын болады. Келесі мәселе бұл инфрақұрылымды жетілдіру, яғни оқу орындарының желісін жетілдіру мәселесі. Қазіргі кезде талап коммерциялық акционерлік қоғаммен бірге министрлік үлкен скрининг жүргізіп жатыр оқу орындары бойынша. Осы тамыз айының соңына дейін облыстық қалалық әкімдіктерге колледждердің желісі бойынша нақты ұсынымдарымызды ұсынамыз. Сонымен бірге колледждерді іріктеу, ірілендіру, біріктіру арқылы профилизация жұмыстары әрі қарай жалғасатын болады. Келешекте бәсекеге қабілетті колледждер лигасын қалыптастыру көздеп отырмыз. Оған нақты критерийлер әзірленетін болады. Сонымен бірге қазіргі кезде барлық жерде үлкен жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Бұл салалық құзыреттілік орталықтарын құру, центр компетенции дейміз. Бірінші кезекте бұны біз жас маман жобасына кірген 180 колледждің базасында құруды көздеп отырмыз.
Бұл жалпы инфрақұрылым бойынша алдыға қойған мақсаттарымыз. Келесі бұл білім беру менеджменті мен педагогтардың сапасын трансформациялау. Педагогтар мен басшылардың біліктілігін арттырудың қазіргі заманға жүйесін құруымыз керек. Ол үшін қазір кезде біз талаппен бірге үлкен жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Мына біліктілік арттыру курстарының бағдарламаларын қайта қарастырып, көбінесе бізде теория жағына көп көңіл бөлінетін, келешекте біз тәжірибеге бағытталған білім бағдарламаларына көшетін боламыз. Яғни біздің педагогтарымыз тек қана теория оқып қоймай, практиканы жаңағы кәсіпорындардың базасында осы біліктілік арттыру курсы шеңберінде өтетін болады. Келесі педагогтар мен басшыларды ынталандыру жүйесі. Бізде бірнеше жылдан бері біздің мұғалімдеріміздің санатына қосымша ақша қосылмай келген болатын. Биылғы қыркүйек айынан бастап бұл жүзеге асайын деп отыр. Бұл жаңа формат. Біздің педагогтарымыз өздерінің біліктілігін растай отырып, 30%-дан 50%-ға дейін жаңағы жалақысына қосымша ала алады. Бұл мүмкіндікті қазіргі кезде біздің басшыларымызда оқу орындарының алуына мүмкіндік бар. Оларға қосылатын қосымша жалақы 30%-дан 100%-ға дейін. Ол үшін педагогтарда біздің басшыларымыз колледждердің жаңағы ұлттық біліктілік тестін тапсыру арқылы өтетін болады. Сонымен бірге осы саладағы көшбасшылар қатарынан басқарушылардың кадрлық резервін қалыптастыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Оларда лидер изменений деп атап жүрміз. Яғни көшбасшылар корпусы жобасы жүзеге асыратын болады. Сол жобаның шеңберінде біз кадрлық резервті қалыптастырамыз. Келесі мәселе педагогтар мен басшылардың сапасын арттыру. Бұл негізгі мақсат басшылардың қызметін бағалау. Басшылардың қызметін негізгі тиімділік көрсеткіштері KPI дейміз, сол арқылы бағаланатын болады. Осының нәтижесінде басшылардың жаңа аттестациядан өту, ротациялау мәселелері қаралатын болады. Енді тағы бір үлкен мәселе біздің оқу орындарына, кәсіпорындардан жаңағы жұмыс кәсіпорын қызметкерлерін жаңа педагогикалық қызметке тарту. Осы мәселе биылғы жылы бізде педагог мәртебесі заңы шеңберінде бекітілді. Яғни бізге жаңағы педагогикалық курстан оқи отырып, біздің өндірістегі мамандарымыз колледжге келіп жұмыс істеуге мүмкіндіктері бар. Енді тағы бір үлкен бағыт ол WorldSkills қозғалысы. WorldSkills қозғалысын дамыту жұмыстарын біз әлі жалғастыратын боламыз. Қазіргі кезде қамқоршылық кеңесі құрылған. Қамқоршылық кеңесін премьер-министрдің орынбасары басқарады. Әрі қарай біз жаттығу лагерлерін құру жұмыстарын жалғастырамыз. Оған қаражат қарастырылған. Сонымен бірге WorldSkills-пен бірге мынау жас жұмысшы кәсіпорында жас жұмысшылардың арасында да конкурстар жалғасатын болады. High-tech skills, agro skills сияқты осындай конкурстар біз біршама осыларға көңіл бөлеміз. Ендігі алдымызға қойып отқан бір мақсат бұл Нұр-Сұлтан қаласында WorldSkills Евразия халықаралық чемпионатын өткізу. Осы мақсат бойынша тоже жұмысты жалғастырамыз. Келесі мәселе осы үлкен конкурстар өту барысында үлкен сынға алынатын бұл сарапшыларымыздың жаңағы сапасы. Осы сарапшыларымыздың әлеуметін дамыту мақсатында біз біраз өзіміздің 30 қатарда сарапшыны халықаралық деңгейде сертификаттап, олар оқып келгеннен кейін каскадтық әдіс бойынша осы озық тәжірибені басқа біздің сарапшыларға таратуды көздеп отырмыз. Сонымен бірге әр қарай WorldSkills құралдары мен талаптарын, стандарттарын енгізу жұмыстары жалғасады. Соның ішінде жаңа оқу бағдарламаларына осы WorldSkills стандарттарын әр қарай енгізуді дамытамыз. Келесі мәселе техникалық және кәсіптік білім сапасын бағалау жүйесін енгізу. Біз биылғы жылы колледждерге лицензия беру талаптарын күшейттік. Әрі қарай оны жалғастыратын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі кезде кез келген колледж, например, жаңа айтамыз, медициналық колледж, гражданский колледждердің бәрі
педагогика дайындаумен айналысып кетті. Сондықтан әрі қарай колледждер лицензиялы талабы қатаң күшейтілетін болады. Тағы да осы оқу орындарының арасында бәсекелестік қалыптастыру барысында біз 17 жылдан бастап колледждердің арасында рейтинг жүргізіп келеміз. Бұл рейтинг әрі қарай жаңағы системасын, жүйесін автоматтандыратын боламыз. Бұл біз үшін керек. Әрі қарай өздеріміз оқу орынға түсу барысында балалардың осы рейтингке қарап оқу орындарында таңдауға мүмкіндік жасайтындай қыламыз. Ворс кес бойынша қорытынды бағалау жүйесі, бұл демо экзамен. Біз биылғы жылға бастап 10% оқу орындарында демо экзаменді енгіздік. Бұл жалпы мемлекеттік бағдарламада көрсетілген 25 жылы 100% бүкіл оқу орындары де ворс кес талаптарына сәйкес қорытынды экзаменді демо экзамен түрінде өткізетін болады. Келесі міндеттердің бірі халықаралық салалық аккредиттеуді өткізу, аккредитация. Яғни бұл жалпы жас маман жобасының басты концепциясының бірі тұжырымдамасының біздің осы жас маманға қатысып жатқан колледждеріміздің алдына қойып жатқан талаптардың бірі жалпы халықаралық аккредитациядан өтуге бізде жас маман жобасы шеңберінде шетел әріптестерін тарта отырып, біздің оқу орындарының өтуіне ықпал жасайтын боламыз. Ендігі мәселе білім беру жетістіктерін мониторинг негізі. Қазір кезде заңнамалық түрде осыны бекіту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, мектептерде ВОУТ бар, 4-ші сынып, 9-ші сынып арасында. Жаңағы біздің жоғарғы оқу орындарында ВОУТ бар. Сондықтан қазір кезде бізде ішкі бағалау жүйесі жоқ болғандықтан біз осы мәселені көтеріп, осы жаңағы жетістіктерді, білім беру жетістіктерін мониторингін енгізетін боламыз. Сапаны қамтамасыз ету жүйесі, бұл ЭКВЕТ. ЭКВЕТ жүйесін біз қазір кезде зерттеп, осы бағытта үлкен талап коммерциялық акционерлік қоғамы жұмыс жүргізіп жатыр. Бұл жаңағы ЭКВЕТке сәйкес аккредитациялар жүргізілетін болады. Ендігі бір мәселе бұл техникалық және кәсіптік білім жүйесін цифрландыру. Қазір кезде мына қашықтықтан оқыту бойынша барлық нормативтік құжаттық актілерді дайындадық. Осы жерде барлық қашықтықтан оқыту енгізу мәселелері қарастырылған және де методикалық нұсқама жасадық. Жалпы биылғы оқу жылы жалпы қашықтықтан оқыту бойынша қажетті құжаттарды жасадық. Педагогтардың цифрлық дағдыларын арттыру, жаңа Насым Жанбекұлы өзінің баяндамасында айтып өтті, биылғы жылы біз 40-ға тарта жаңағы педагогтарды цифрлық дағдылар арттыру бойынша, IT компетенция бойынша біліктілігін арттыратын боламыз. Ресурстар мен контенттермен қамтамасыз ету жұмыстары жалғасуда. Былтырғы жылы бізде 20,000-ға тарта жаңағы цифрлық контентті жинадық. Қазір кезде бізде оқу-әдістемелік бірлестіктері педагогтарымыз үлкен жұмыс атқаруда. Осы бағытта әлі де осы жұмысты ұлғайтып, біздің базамызды кеңейтеміз деген ойдамыз. Келесі мәселе инфрақұрылымдық жаңағы техникалық қамтамасыз ету. Бұл кезде жергілікті жұмыс атқарушы органдар жұмыс жасап жатыр. Компьютермен қамтамасыз ету, интернетпен қамтамасыз ету, сервермен қамтамасыз ету мәселелері біз үлкен жаңағы бақылауда ұстап отырмыз. Тағы бір алдымыздағы үлкен міндеттердің бірі біздің кәсіптік білім саласының бренд имиджін қалыптастыру. Соның ішінде осы кәсіптік білімнің ашықтығы мен қолжетімділігіне қолжетімділігін арттыру. Колледждердің ашық саясатын енгізу мақсатында адалдық алаңдары жұмыс жасауда. Имидж жобалары бар, осы жұмыстар әрбір колледжде жүргізілуде. Келесі мынау кедергісіз қолжетімділік дейміз, жаңағы инклюзивті білімді дамыту және де ең басты қазір қойып отқан міндеттеріміздің бірі мынау
оқуға қабылдаудың жаңа форматын енгізу. Биылғы жылы өздеріңіз білесіздер, қазіргі еліміздегі жағдайға байланысты студенттерді жаңағы емтиханын алып тастадық та, оның орнына орташа балмен қабылдап жатырмыз. Енді келесі жылы осы қабылдау бойынша әр қашанда бізге жаңағы үлкен сын айтылып жатады. Соны шешу мақсатында біз жаңа форматты енгіземіз. Яғни бірыңғай кәсіптес, бірыңғай емтихан енгізілетін болады. Бұрын қазір көзі өздері қабылдайтын болса, қазір басқаша болады, келесі жылы басқаша болатын болады. Яғни ақша студенттің соңынан барады. Деңгез студенті медит, бұл жаңағы жан басына шаққанда қаржыландыру жүйесіне сәйкес келетін болады. Қазір кезде бұндай формат жоғары оқу орнында жүріп жүр. Сондықтан сол сияқты бұрын оқу орындары колледжде мемлекеттік тапсырыс алып баланы күтіп отыратын болса, қазір бала жаңағы өзі грант алғаннан кейін қай оқуға баратынын өзі таңдайтын болады. Яғни бұл кезде мынау біздің колледждердің арасындағы бәсекелестік дамитын болады. Келесі бұл мәселе мектеп оқушыларына кәсіптік бағдар берудің жаңа моделін енгізу. Қазір кезде біз талап акционерлік емес қоғамның базасында платформа құрып жатырмыз. Және де әрбір оқу орындарында бізде жаңағы мансап орталықтары құру көзделген, бұл мемлекеттік бағдарламада көрсетілген. Негізгі мақсат біздің келетін студенттердің алдын ала кәсіп диагностикадан өткізіп, кәсіп сынақтан өткізіп, ерте кәсіп бағдар беруді дамыту. Осы мақсатта биылғы жылы платформаны құрып, келесі жылы бүкіл оқу орындары осы платформаға біртіндеп қосылатын болады. Енді келесі мәселеге көшетін болсақ, жұмыс берушілермен серіктестікті дамыту. Бұл негізінен бізде бұрыннан ұлттық техникалық және кәсіптік білім беру мәселелері жөніндегі ұлттық кеңес болған. Қазір кезде бұл бізде республикалық кеңес. Осы кеңестің жұмысын әрі қарай жандандырамыз. Бұған өздеріңіз білесіздер, облыстарда да өңірлік кеңестер бар, салалық кеңестер бар. Барлық қордаланған мәселелерді осы республикалық кеңесте қарастырып отыратын боламыз. Келесі колледждер базасында индустриялық кеңес құру. Индустриялық кеңес бізде қазір кезде АПЕК Петротехник Атыраудағы өзіміздің колледждің базасында құрылған. Біз соның жақсы тәжірибесін қолдана отырып, барлық колледждердің барасында осында индустриялық кеңес құру көздеп отырмыз. Негізгі мақсат бұл біздің келешекте академиялық дербестік енгізген кезде оқу орындары осы өздерінің оқу бағдарламаларын индустриялық кеңес арқылы жаңағы сараптамадан өткізіп, солардың шешімімен әрі қарай жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Келесі мынау педагогтар үшін жұмыс орнында оқытуды дамыту, соның ішінде студенттер үшін бұл дуалдық оқыту. Дуалдық оқыту бойынша әрі қарай жұмысты жалғастырамыз. Әрине, 1-2 жыл болды, көтеріп жүрміз. Осы дуалдық оқытуға кеткен шығындарды, кәсіпорындардың шығындарын өтеу мәселесі. Оның бірнеше нұсқасын қарастырған болатынбыз. Бірінші, осы мемлекеттік тапсырыс шеңберінде қарастырған қаржы есебінен қарастыру. Екіншіден, үстеме қаржы қарастыру. Мемлекеттік тапсырыстың үстіне үстеме қаржы қарастыру. Қазіргі кезде осы екінші нұсқа бойынша жұмысты жүргізіп жатырмыз. Нормативтік актілерді келісуге жібердік. Қолда тапқан жағдайда бізде жаңағы дуалдық оқытумен жұмыс жасайтын кәсіпорындарға қаржы төленетін болады. Құзыреттілік орталықтары дейміз, центр компетенции. Бұл біздің 180 колледждің базасында негізгі құруды көздеп отырмыз. Бұл арқылы жаңағы сетевой обучение дейміз. Біздің осы жаңа жабдықтармен жабдықталған колледждеріміздің базасында басқа колледждердің студенттерінен білім алуына мүмкіндік жасауымыз керек. Сондықтан осы базаны әрқашанда жергілікті жерде жас маман жобасына қатысқан колледждердің базасын қолданатын боламыз. Ендігі бір үлкен мәселе бұл тәрбие жұмыстарын жетілдіру.
Бұл екі бағыттан тұрады. Құндылықтарға негізделген білім беру жобасын іске асыру жағдайында колледждердің оқу тәрбие процесіне жаңа тәсілдерді енгізу. Оған толық тоқталмай-ақ қояйын. Екіншісі, жастар кезет қозғалысы шеңберінде студенттердің көшбасшылық қасиеттерін дамыту үшін жағдай жасау. Өздеріңіз білесіздер, жастар кезет қозғалысы шеңберінде бізде 10-нан астам үлкен іс-шара қарастырылған. Қазіргі кезде бүкіл оқу орындары осы жаңа іс-шаралармен жұмыс жасауда. Осы тәрбие жұмысына үлкен көңіл бөлетін боламыз. Жалпы техникалық және кәсіптік білім саласының алдына қойылып отқан міндеттері осы. Осыны бірге атқарып, мынау еліміздегі бәсекелеге қабілетті кадрлар даярлауға мүмкіндік жасаймыз деген ойдамыз. Рахмет. Жалпы менің айтатыным осы. Рахмет Ернат Гапуч. Это задачи, которые мы поставили перед нашей системой технического профессионального образования. В самой ближайшей перспективе мы должны это все реализовать. Безусловно, мы не ожидали начала этой августовской конференции. Мы эти работы и мероприятия системно начали с момента защиты государственной программы развития образования и науки. Поэтому эти все мероприятия у нас заложены. Мы идем системно, пошагово, по алгоритму по реализации этих мероприятий. Следующий вопрос у нас по повестке – это вопрос, как проходит ход реализации дуального обучения в нашей стране. Руководитель управления партнерства и навыков департамента ТИПО Алгазинова Каланфас Магална. Вам, пожалуйста, слово. Регламента, пожалуйста, придерживайтесь. Добрый день, уважаемые гости, коллеги. Дуальное обучение внедряется в Казахстане с 2012 года. За эти годы количество организаций ТИПО увеличилось почти в 3 раза. Количество же предприятий, на которых проходят практику наши студенты, увеличилось в 2,5 раза. Вместе с тем, охват студентов технического и профессионального образования увеличилось с 2012 года в 5 раз и на сегодняшний день составляет около 50 тысяч студентов. Но это около 19% от общего количества студентов системы ТИПО. Охват студентов остается низким, поэтому можно сказать, что масштабирование дуального обучения не произошло. Министерство для развития дуального обучения сделала анализ. По статистике Национальной палаты предпринимателей в Казахстане около 88% предприятий составляет это предприятия малого и среднего бизнеса. И для них основными причинами низкой активности участия в дуальном обучении являются расходы на спецодежду, на расходные материалы, на практические занятия, на оплату труда наставнику, на обеспечение безопасности практикантов на производстве. Для того, чтобы решить эти проблемы, министерство внесло, сейчас и разработало проект методики подушевого финансирования. В нем учтены расходы на оплату труда наставнику, на спецодежду, на расходные материалы, на страхование студентов, и все это будет сверх норматива подушевого финансирования. В связи с этим вносятся изменения в приказы, это правила организации дуального обучения, типовые договора о дуальном обучении. И вместе с тем необходима, конечно, достоверная статистика, приводится соответствие цифры национальной образовательной базы данных по дуальному обучению с данными Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан Атамекен. Особое внимание уделяется безопасности наших студентов на предприятии, поэтому отдельной строкой, конечно, идет это обеспечение техники безопасности наших студентов. Для этого страхование студентов предусмотрено, проведение курсов техники безопасности и промышленной безопасности. И допуск на производство будет только на условиях
который предъявляет предприятие к нашим студентам. Развитие дуального обучения, оно, конечно, влияет положительно, имеет положительные стороны для организации ТИПО и для наших предприятий. Организация ТИПО при дуальном обучении снижает расходы на приобретение и обновление дорогостоящего оборудования. Затем студенты проходят практику на предприятии и будут востребованы на рынке труда. Вырастет процент трудоустройства. Предприятия же, в свою очередь, иметь будут те кадры, которые им необходимы, с теми компетенциями и навыками для их производства. И все это повлияет на повышение качества подготовки кадров. Со своей стороны, Министерство образования совместно с организациями ТИПО внедряют дуальное обучение, готовы, создана правовая база. Внесены основные понятия дуального обучения в Трудовой кодекс. В законе об образовании закреплено прохождение не менее 60% производственного обучения профессиональной практики на производстве. В государственном общеобязательном стандарте образования предусмотрено изменение содержания программ до 80% при дуальном обучении. Мы готовы к масштабированию дуального обучения. Слово за бизнесом. Спасибо за внимание. Спасибо, Клавдия Смугаловна. Мы продолжим нашу повестку дня. Главная задача Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан Атамекен – защита прав и интересов бизнеса и обеспечение широкого охвата и вовлеченности всех предпринимателей в процесс формирования законодательных и иных нормативных правил, регулирующих работу бизнеса. НПП «Атамекен» призывает все отрасли принимать в доверительное управление колледжи, быть готовыми оказать всестороннюю поддержку развитию системы ТИПО во взаимодействии с Министерством образования. Следующее слово предоставляется Шанаевой Элизат Жапаровне, заместителю директора департамента развития человеческого капитала НПП «Атамекен». Пожалуйста, Элизат Жапаровна, вам слово. Добрый день. Все участники сегодняшнего нашего мероприятия. Я приветствую всех от имени Национальной палаты предпринимателей. Я думаю, что сейчас по интернет-связи к нам присоединились все наши региональные палаты предпринимателей. Поэтому в преддверии начала нового учебного года я хотела бы всех поздравить, пожелать успехов. Мы переживаем не лучшие времена, есть определенные трудности, которые нужно, наверное, перенести, которые нужно, наверное, как-то с терпением, с вниманием, с мобилизацией всех своих профессиональных навыков суметь перенести и создать вот такие условия, чтобы мы безболезненно пережили все совместно вот этот такой сложный период. На самом деле, спасибо большое Насымжан Жабековна за представление. Вы правильно сказали, мы как Национальная палата предпринимателей сравнительно молодая организация, общественная организация, существует всего более 7 лет. И мы понимаем, что более всего в дуальном обучении ведущую роль в дуальном обучении играют это прежде всего работодатели. Учитывая опыт европейских стран в развитии профессионального образования, именно дуального обучения, роль представителей работодателей, а это торгово-промышленные палаты, это союзы, ремесленные палаты предпринимателей, играют основную роль именно вот по части координации вот этой системы взаимосвязи между предприятиями и колледжами. И не случайно в 2014 году, буквально со дня основания палаты, наверное, мы совместно с МОН сели за стол переговоров для того, чтобы обозначить, как мы эту схему внедрения дуального обучения. Мы разработали такую дорожную карту, она так называется, внедрение дуального обучения. Мы на тот момент определили те колледжи, которые в пилотных режимах уже работали, заявили о том, что они работают в дуальном обучении. Это и по проектам Санрук-Казан, это по проекту РНМЦ тогда было. Вот. И на тот момент мы определили, было 221 колледжа, которые начали внедрять вот систему, вернее, элементы дуального обучения. Так это начиналось. И в 2014 году у нас было конкретно уже с силами региональных палат предпринимателей 522 договора.
когда конкретно, четко, ясно были обозначены вот такие вот условия совместной производственной подготовки, обучения на рабочем месте. Да, действительно, мы сегодня имеем определенные результаты. То есть, если мы начинали с 522 договоров, то на сегодня у нас 35 482 договора. Это неплохо, это неплохо. И в то же время колледжи несколько увеличены до 388 колледжей. Я вам сейчас говорю факты, те, которые цифровые данные на май месяц, потому что после окончания учебного года мы такой анализ не проводили. Но если можно, сейчас покажите, пожалуйста, слайд. Есть большая таблица мониторинга дуального обучения. Это таблица, которая показывает все данные конкретно по раз в полгода. Это однозначно мы просчитывали, просматривали, сколько договоров, сколько колледжей, сколько предприятий, которые заключили вот такие договорные отношения. Но в то же время мы должны сегодня сказать о том, что да, действительно, тем не менее, за вот эти 6 лет на сегодняшний день всего около 8%, это данные наши конкретно по договорам, заключенным трехсторонним договорам, заключенным согласно правилам дуального обучения, то мы сегодня имеем только 8% от общего количества учащихся, которые являются студентов, которые являются участниками дуального обучения. Да, этого недостаточно, возможно, но в то же время я хотела бы сказать, что есть определенные вот предложения у нас, как у Национальной палаты предпринимателей, в том плане, что за вот эти года, с 2012 года мы активно начали внедрять, как бы говорить о том, что мы внедряем дуальное обучение. Хотя с конца, наверное, с конца 90-х годов где-то мы уже говорили и пытались как использовать эту форму, говорить о том, что это новая форма в Казахстане. Вот. В то же время хотелось бы сказать, что все пилоты, которые, проекты пилотные, которые были направлены на внедрение дуального обучения, они как-то не были связаны между собой, не было вот такого системного подхода, и поэтому одно из наших предложений — нужно провести вот такой вот как бы анализ, промежуточный анализ, насколько на сегодняшний день вот те колледжи, которые заявили о том, что они внедряют дуальное обучение, ну, то есть провести вот такую вот оценочную, что ли, рамку внедрения дуального обучения. Вот, потому что мы понимаем, что на сегодняшний день пока ключевой проблемой является отсутствие оценочной рамки по внедрению дуального обучения в колледжах на системном уровне. Действительно, реформы эти у нас такого полного, полноценного взаимодействия всех государственных органов они не имели. И поэтому те данные, которые у нас немного расходятся с Министерством образования, это потому что есть данные НОБД и есть данные нашей Национальной палаты предпринимателей, когда мы четко стараемся просчитывать все договорные отношения, насколько они соответствуют более или менее приближенно к дуальному обучению, согласно договорам, у нас есть реестр договоров, и мы все это прослеживаем. Поэтому хотелось бы, чтобы мы сейчас, на сегодняшний день, такой вот выработали какой-то, я не знаю, концептуальный какой-то документ, что ли, который бы свидетельствовал о том, что вот мы должны провести этот анализ. И результаты этого анализа нужно будет обнародовать для того, чтобы мы понимали, ну, сверили часы, насколько мы сейчас правильно идем. Потому как мое мнение, что дуальное обучение сейчас не всеми воспринимается и не всеми однозначно понимается, вот, во всяком случае, в той форме, которая более или менее приближена вот к дуальному обучению в Германии. Мы все должны понимать, что дуальное обучение – это полное принятие взаимовыгодных условий, которые, допустим, в той же Германии регулируются федеративными законами. У нас же мы пока на сегодня имеем только правила дуального обучения, которые более регламентируют именно вот вопросы реализации дуального обучения более для колледжей, но не для предприятий. А только тогда, когда предприятие полностью осознает свою меру участия в производственном обучении, когда она понимает выгоды от этого участия, и когда она заинтересована, потому что она понимает, что все те расходы, которые она несет, они будут
каким-то образом возвращены государством, то есть есть какие-то методы стимулирования, есть какие-то доли покрытия тех расходов, только тогда предприятие может конкретно, четко и ясно сесть и говорить о том, что предприятие является участником дуального обучения. На сегодняшний день, к сожалению, мы такой картины не имеем. Если нет полного анализа спроса, потребности рынка, если колледжи на сегодняшний день пока набирают именно по исторически сложившейся традиции тех студентов на те специальности, которые у них есть, то, конечно, очень сложно потом находить связь с предприятиями и определять, насколько предприятию эти специалисты нужны. Мне кажется, немножко нужно начинать по-другому. Прежде чем формировать государственный заказ, нужно определять штучно, буквально, по предприятиям региона, насколько нужны эти специалисты, и выпускать их в той мере, насколько потребность в отрасли существует. Тогда мы будем говорить, если предприятие заключает уже какие-то договорные обязательства до того, как колледж формирует свой госзаказ, то тогда мы можем еще как-то говорить о том, что предприятие будет в дальнейшем заинтересовано, чтобы получить его как можно раньше. То есть, если может, возможно, тогда и те ранние квалификации, которые будут даваться на первом, на втором курсе, там, возможно, тогда предприятие уже возьмет его к себе для того, чтобы потом каким-то образом, пусть это будет вечернее обучение или дистанционное, продолжать он будет обучение в дальнейшем. Исходя вот из нашего проекта, с международного проекта с Германии, мы реализовываем его уже 5 лет, мы ввели у нас в палате на сайте опрос работодателей о студентах, прошедших производственное обучение на их базе. Опрос у нас проводился в 5 регионах, участие приняли 92 предприятия, и они оценили из 299 практикантов и дали полную оценку вот на те вопросы, которые мы им задавали. Вот на основе этого опроса у нас сложилась вот такая вот картина, динамика, посмотрите, пожалуйста. То есть очень хорошо оценили они ту практическую подготовку, которую имеют студенты. В опросе приняли участие, вы видите, крупный, средний и малый бизнес. Если мы на сегодня говорим, что более 3000, это 3894 предприятий участвуют вообще в дуальном обучении, и в основном более всего количество участников дуального обучения это 2198, это малые предприятия. Наша задача все-таки, чтобы более всего малые и средние предприятия приняли участие, потому как наше мнение, что в основном те цифры, которые мы сегодня, теми цифрами, которыми мы сегодня апеллируем, как дуальное обучение на уровне государства, это те традиционно сложившиеся отношения между крупными предприятиями и колледжами, которые существуют, но существуют они в тех же принятых, исторически принятых отношениях. Мы же говорим сегодня о том, чтобы все предприятия, которые малого и среднего бизнеса, который сегодня существует, пусть они штучно, пусть они там в малом количестве, но прежде всего они должны быть вовлечены в дуальное обучение. Вот это наша основная задача. И прежде всего сложно предприятиям сейчас включаться в процесс дуального обучения, потому как даже несмотря на пандемию предприятия испытывают особые трудности экономического плана. И поэтому, когда они не имеют представления о предприятии, о развитии своего предприятия на ближайшую перспективу, хотя бы даже как минимум на 5 лет, то им сложно предусмотреть, насколько им нужны будут кадры в течение вот последующих лет. Это первое. Второе, не все предприятия имеют представление о тех выгодах, которые они могут иметь по отношению к тому, как завяжутся отношения с этим колледжем и на какой срок, когда они могут получить того специалиста, который им нужен. Вот. Эта проблема существует, и мы, конечно, наша задача всячески помогать нашим предприятиям, чтобы эти выгоды эти предсказать, но
Я хочу сказать, что те поправки, которые мы просили для стимулирования предприятий, частично решаются в том плане, что это наставничество, допустим, в методику вошли, но я пока не вижу положительного решения по расходам, по передаче расходов предприятиям на материалы, спецодежду, на те дополнительные расходы, которые несут предприятия в связи с обучением. Вот. То есть я, насколько знаю, в методике подушевого финансирования это не поддержано, и пока те механизмы, которые, как бы, говоря, о которых говорится, что будут какие-то дополнительные расходы, пока это еще конкретно нигде не выражено, и этого пока не видно. И поэтому предприятиям на сегодняшний день очень сложно будет, вот, как сказала Пампас Магална, надо масштабироваться, мы тоже хотели бы этого, но предприятиям очень сложно будет положительно решить вопрос о включении дуального обучения, дуальное обучение, если они пока не видят конкретных вот именно решений по финансированию их расходов. Вот. И, на мой взгляд, это самое основное, вот почему у нас дуальное обучение все-таки не воспринимается, потому как пока не решены вот эти самые главные вопросы. То есть условия по совместному финансированию затрат при прохождении производственного обучения нужно проработать как можно быстрее, механизмы проработать, провести такой анализ, потому как мы понимаем прекрасно, что не все колледжи могут участвовать в дуальном обучении. Вот этот первый вопрос, который я говорила, анализ нужно провести и четко и ясно определить, что не все колледжи, как мы хотели бы, что 100%, как говорилось когда-то, колледжи должны перейти на дуальное обучение. Это невозможно, и это даже нецелесообразно. Вот. Провести конкретный анализ, назвать, то есть мы должны не за цифрами гнаться, а назвать конкретно количество тех колледжей, которые могут и которые должны были бы, учитывая интерес работодателей, перейти на дуальное обучение. Вот это нам необходимо на сегодняшний день определить. Второе, нам необходимо определить конкретно методы стимулирования, мотивации предприятий для участия в дуальном обучении. Вот. И кроме того, есть вот этот слайд, который сейчас вы видите, это модель взаимодействия систем дуального обучения. Здесь должен быть гибкий консенсус, коллегиальная система управления. Вот я хотела бы вас попросить посмотреть, вы видите, насколько... Вот, в принципе, прописано здесь, какие мероприятия каждый орган несет долю ответственности по внедрению дуального обучения. Я хотела бы сказать, что Министерство экономики, то есть вы видите, Министерство защиты труда и социальной защиты, я немножко, там ошибочка у меня есть, они у нас остались в стороне немножко. Вот обратите внимание, вот даже сегодня при нашем обсуждении Министерство труда, они должны участвовать активно. Потому как речь, дуальное обучение, это прежде всего речь идет о качестве образования, о труде идет, о качестве кадров идет, и о системе безопасности государственной идет. И поэтому эти три органа, они как бы у нас остались в стороне. И я думаю, что в МОНе департамент технического профессионального образования, он должен быть усилен именно своими полномочиями, своими компетенциями, своими полномочиями, потому что он должен на равных вести диалог вот с этими министерствами для того, чтобы вот именно на уровне государства решать вопросы, системные вопросы экономического характера, потому что дуальное обучение – это прежде всего основа экономического благосостояния государства. Вот. Поэтому я бы хотела, вот, как я понимаю, что уже время, наверное, я хотела бы вот этой таблицей своей показать, что вот такая вот модель должна прослеживаться, и каждый должен нести вопросы взаимодействия как на уровне республиканском, так и на уровне региональном. Обратите внимание, здесь у нас как раз два уровня прослеживаются. И в то же время я хотела бы сказать, что нам нужно просмотреть, и если будет на национальный совет, нужно вот именно полномочия тех министерств, которые как бы сегодня у нас немного в стороне стоят от этих вопросов. Нужно их приобщить к этому. Они должны быть причастны ко всем этим вопросам.
Вот, потому как национальная система квалификации, она также является самым основным вопросом, в котором дуальное обучение является вот механизмом. Вот, поэтому я бы хотела именно на это обратить внимание. Со своей стороны, как Национальная палата предпринимателей, наша задача, конечно, это работать с предприятиями. Мы хотим работать с Министерством образования также очень активно в рамках профориентационной работы, потому как считаем, что профориентационная работа, она также должна быть у нас, мы должны работать с ней не в рамках взаимодействия департамента с развития и модернизации системы профессионального образования в лице Оспановой Насым Жанжамбековны. Мы должны работать в рамках реализации профориентационной работы именно с департаментом школьного обучения, школьного образования, вернее. Вот. И здесь также их хотелось бы видеть, и также их хотелось бы приобщить, потому как, опять же, в дуальном обучении начинается все именно с профориентации, с профориентирования, когда конкретно ученики идут на конкретно обозначенную профессию, предварительно согласовав и ознакомившись с предприятием, где он, возможно, в дальнейшем родители, обговорив уже, возможно, он будет проходить практику с последующим, возможно, трудоустройством. То есть это самый такой глобальный вопрос, который всегда бывает упущен, и в Министерстве образования, департамент школьного, он всегда бывает почему-то в стороне от этого вопроса. Вот я считаю, что на это обязательно нужно обратить внимание. Поэтому если мы вот эти вот несколько позиций, которые я обозначила, и мы готовы в дальнейшем сотрудничать и давать предложения по ним, если мы к этому не придем, то мы получим все-таки вот последний слайд, по-моему, там, пожалуйста. Ага, предпоследний слайд. Да, мы получим вот такую картину, потому что все, что мы на сегодняшней на вершине имеем, предпоследний слайд, пожалуйста. Все, что мы на вершине имеем, низкое качество подготовки специалистов, и никто не может сейчас с этим не согласиться, это все потому, что, начиная с отсутствия систем стимулирования работодателей, участия их бизнеса, и отсутствия полного анализа и прогноза, в соответствии с чем возникает дисбаланс на рынке труда по уровням профессии. И еще я бы хотела поделиться с вами, выше, пожалуйста, слайд покажите. Это слайд буквально свежий, это вот буквально в рамках нашего международного проекта мы обговаривали пути сотрудничества и обговаривали в дальнейшем перспективные реализацию проекта. Выше слайд, пожалуйста, поднимите. И я бы хотела поделиться вот таким слайдом, где, так, и еще должен быть один слайд выше, второй слайд, пожалуйста, покажите, еще выше, угу. Вот этот слайд, я хотела бы вот примерный прогноз, который немецкие коллеги с нами поделились, это БСВ, учебный центр в Германии, в Саксонии, который занимается вот подготовкой кадров, повышением квалификации, краткосрочной подготовкой, и я бы хотела вот примерно показать, у них прогноз на 2035 год. Посмотрите, пожалуйста, и там вот по годам мы видим те специалисты, которые в основном будут более всего пользоваться спросом. Мне кажется, что мы, интегрируясь в международное пространство, наверное, мы должны понимать, что у нас тоже такие же профессии, таких же специалистов будет не хватать, и мы должны понимать это. И все зависит от того, насколько мы будем планировать и соизмерять наши силы, нашу меру ответственности и определять совместные задачи по их решению. Спасибо за внимание. Спасибо, Лизат Джапаровна. Коллеги, я вас очень всех прошу регламент по времени соблюдать. Мы действительно перешли все границы по времени. То сообщение, о котором говорит Лизат Джапаровна, является для нас важным. Учитывая, что в разработанном новом проекте приказа методики и правил подушевого финансирования, двух приказов, мы закладываем меры по стимулированию предприятий. Это один из итоговых наших документов, он сейчас находится на обсуждении, где предусмотрены расходы
предприятий, на расходные материалы, спецодежду, медицинское страхование, ну и оплата наставника. Причем она предусмотрена в рамках сверхнорматива по душевому финансированию. Поэтому это идет очень обширное обсуждение сейчас. Как только мы будем готовы в финишном варианте, безусловно, мы вынесем его на обсуждение бизнесу, Национальной палаты предпринимателей, вам, коллеги, в том числе. Продолжая нашу повестку дня, коллеги, нужно заметить, что у нас сегодня присутствуют наши зарубежные партнеры, которые открывают нам своим участием новые горизонты, новые возможности, дают возможность нам реализовывать много проектов, приглашать их на наши площадки, делиться опытом. Разрешите предоставить слово генеральному директору представительства фонда имени Конрада Аденауэра в Казахстане господину Томасу Хельм. Ja, zunächst einmal, ich hoffe, dass Sie mich gut verstehen können und ich wünsche Ihnen zunächst einmal einen schönen guten Tag und beglückwünsche Sie zum Beginn des neuen Schuljahres und wünsche Ihnen allen das, was am wichtigsten ist in der momentanen Zeit, gute Gesundheit. Я надеюсь, что все вы меня хорошо слышите, понимаете. Сначала я хотел бы пожелать вам всем доброго дня и хотел бы воспользоваться случаем, чтобы пожелать вам крепкого здоровья, всего самого лучшего. Но самое важное в нашем непростом времени сейчас – это, конечно же, здоровье. Успеха вам в новом наступающем учебном году. Ich habe mir für meine 15 Minuten hier die Stoppuhr hingelegt, also ich werde mich dran halten an die Redezeit. Das, glaube ich, ist jetzt auch sehr wichtig. Würde mir aber erlauben, jetzt gerade zum Beginn einen allgemeinen Hinweis zu machen, der mir gerade in der jetzigen Zeit sehr, sehr wichtig ist. Я себе уже установил часы, поэтому я буду предельно точен. Я знаю, что для моего выступления предусматриваются 15 минут, поэтому я думаю, что действительно важно соблюдать регламент. Тем не менее, я позволю себе озвучить общую информацию перед началом своего доклада. Я думаю, это важно в настоящий момент. Wir haben sowohl in Deutschland als auch in Kasachstan die Diskussion um Online-Unterricht und Offline-Unterricht. Und da möchte ich jetzt auch, weil mir das große Sorgen bereitet, und zwar in beiden Ländern, kurz auch was dazu sagen. Мы все знаем о том, что как в Германии, так и в Казахстане сейчас, в настоящее время ведется живая дискуссия о форматах обучения, об онлайн-формате и офлайн-формате обучения. И вот этот формат обучения мне готовит, именно онлайн-формат обучения готовит, очень сильно меня беспокоит и касательно обеих стран, не только Германии, но и Казахстана. Я вкратце расскажу, почему. Und zwar messen wir ja in Deutschland sehr viel und wir haben jetzt durch viele Institute untersuchen lassen, die Qualität unserer Schulbildung und Ausbildung im zweiten Quartal des letzten Jahres, also in den Zeiten der Quarantäne. Мы в Германии измеряем большое количество показателей, большое количество институтов, всевозможных учреждений, проводят соответствующие исследования, в том числе в части качества обучения по второму кварталу этого года. So, und wir stellen jetzt fest, dass die Schäden schon ganz erheblich sind in unserem Bildungssystem. Wir hatten ja, bevor wir Corona hatten, ja auch Probleme, die dadurch nicht weg sind, dass es Corona gibt. Zum Beispiel im Bereich der Inklusion von schwächeren Schülern in den Schulunterricht oder vom sogenannten ADS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, also Schüler, die ständig abgelenkt sind, Schüler mit schwierigen Elternhäusern. Die Probleme sind ja alle nicht weg. Und diese Schüler haben richtig Probleme gehabt. Und das ist ein ganz erheblicher Teil der Klassen, wenn nur Online-Unterricht stattfindet. Мы уже пришли к выводу о том, что в связи с онлайн-обучением, которое возникало или проводилось из-за пандемии коронавируса, был нанесен значительный ущерб нашей системе обучения, школьного обучения, профессионального обучения, потому что вы знаете, что
Есть определенные дети, которые, например, испытывают синдром дефицита внимания, постоянно отвлекаются, например, или есть слабо успевающие дети. Есть дети, которые испытывают проблемы в родительском доме при онлайн-обучении, и мы пришли в Германии к выводу о том, что для них действительно такой формат обучения был связан со значительными трудностями. Они и до коронавируса испытывали проблемы. Ich darf daran erinnern, dass etwa 85% der Schüler den Lehrer auch physisch wirklich brauchen in der Klasse. Und das sollte sich jeder mit überlegen, der jetzt sagt, wir können das alles online machen. Das wird nicht funktionieren. Und deshalb müssen wir uns Modelle überlegen, wo er online und offline gemeinsam unterrichtet wird, wo wir Mixmodelle haben und so viel wie möglich offline machen. Необходимо отметить, что около 85% учеников нуждаются в физическом присутствии учителей в классе. Им необходимо это внимание, присутствие учителя физическое в классе, в кабинете. Поэтому я думаю, что нельзя утверждать, что обучение в онлайн-формате сработает хорошо. Я думаю, что оно не сработает. Поэтому я полагаю, что необходимо разработать соответствующие комбинированные, смешанные модели обучения в онлайн-формате и в офлайн-формате. И необходимо работать над тем, чтобы все-таки доля обучения в офлайн-формате была максимум большой. Vieles, was auf diesem Slide steht, das sind die Errungenschaften der dualen Ausbildung bisher in Kasachstan, wurde schon gesagt. Es sind auch offene Fragen, wie Sie sehen, hier auf dem Slide zu sehen, unter anderem die Pro-Kopf-Finanzierung, die ja gerade nochmal angesprochen worden ist, die finanziellen Fragen für die Kompetenzcenter. Diese Fragen sind in der Tat noch offen. Und da hoffen wir natürlich, dass da noch eine Lösung kommt. Wir haben bereits viel geschafft in Kasachstan, aber gerade diese Fragen, die jetzt auch schon bereits von mehreren angesprochen sind, harren noch einer Lösung. На данных слайдах представлена информация, в том числе о достижениях в системе дуального профессионального обучения в Казахстане. Вы правы, когда вы говорите о том, что есть еще открытые пункты, вы уже о них упоминали, а именно это вопросы поддушевого финансирования, это вопросы, связанные с финансированием центров компетенции, есть еще нерешенные вопросы. Следующий слайд, пожалуйста. И мы, конечно, надеемся на то, что будет выработано решение по ним, потому что уже есть достижения определенные по дуальному образованию в Казахстане, но по вот открытым вопросам мы надеемся на то, что будут выработаны решения. Es gibt auch immer noch viele Missverständnisse über die duale Ausbildung in Kasachstan, wenn man manchmal angesprochen wird von dem einen oder anderen, der einem ganz stolz berichtet, er hätte jetzt auch eine duale Ausbildung, dann ist das manchmal nur ein kurzes Praktikum gewesen für den praktischen Teil oder eine Weiterbildung, wie es wir zum Beispiel als KAS anbieten, wo, wenn wir Digitaltrainings im ländlichen Raum machen. Das darf man natürlich nicht dazu rechnen, sondern wir rechnen bei der dualen Ausbildung immer noch die Ausbildung 50% im Betrieb und 50% im College. Я полагаю, что есть иногда еще недопонимание вообще всей системы дуального обучения в Казахстане, потому что когда слышишь иногда от участников, которые гордо заявляют, что они полностью работают по дуальной системе обучения, то, естественно, отмечаю, что это не так, потому что если спросить поподробнее, то речь идет просто о кратких каких-либо курсах обучающих или о курсах повышения квалификации или о небольших практиках производственных на предприятиях. То есть по той примерно модели, как мы проводим, являясь офисом представительства фонда имени Конрада Аденауэра в Казахстане, мы проводим в сотрудничестве с нашими партнерами цифровые тренинги в сельских регионах Казахстана, но их ведь нельзя относить к дуальной системе обучения, потому что мы все с вами знаем, что дуальная система предполагает формат обучения, при котором 50% теоретического обучения осуществляется в колледже и 50% производства на предприятии. Es gibt natürlich auch noch, und das sieht man ja immer noch, das Image-Problem der dualen Ausbildung, weil auch teilweise noch die Informationen darüber fehlen. So ist es zum Beispiel so, dass manche immer noch glauben, vor allen Dingen auch Eltern, aber auch Schüler, dass sie eine zweitrangige Ausbildung dort bekommen. Und das ist eben nicht der Fall. Und deshalb, glaube ich, braucht man zwei Dinge. Das erste ist,
Wir müssen die Durchlässigkeit garantieren. Das heißt also den Studenten sagen, dass wenn sie ein College-Studium gemacht haben, sie auch vielleicht erleichtert noch auf die Universität gehen können, wenn sie das wünschen. Also Durchlässigkeit im Bildungssystem. Und zweitens, wir sollten vielleicht auch mal ein paar Erfolgsgeschichten aus Deutschland, vielleicht auch nach Kasachstan schicken. Leute, die in Deutschland dual ausgebildet sind, verdienen gutes Geld und haben gute Jobs. Nächstes Slide. Следующий слайд, Мадина. Я думаю, что есть еще до сих пор проблемы восприятия или имиджа, восприятия имиджа дуального образования, обучения в Казахстане, потому что частично еще, может быть, недостаточно информации представлено. Если говорить с некоторыми родителями, прежде всего это родители, иногда также и ученики, если поговорить с ними на эту тему дуального обучения, то можно услышать, что они полагают, что это какое-то не совсем качественное образование, что оно не котируется. Поэтому я полагаю, что здесь важны следующие вещи. Необходимо обеспечить транспарентность, прозрачность данного дуального обучения. И необходимо разъяснять, люди должны понимать это, что если они окончат колледж, то у них, например, есть еще облегченная возможность при их желании продолжить свое образование в университете. Для этого необходимо обеспечить транспарентность информации и прозрачность. И я думаю, еще важно представлялся бы трансфер некоторых историй, успеха, например, людей из Германии, которые прошли дуальное обучение и стали успешными людьми, они зарабатывают хорошие деньги и у них отличная работа. Und deshalb gebe ich Ihnen heute die folgenden Empfehlungen mit in die Konferenz. Das nächste, wir würden stark empfehlen, Atamekin noch stärker in den Prozess der dualen Ausbildung einzubinden als bisher. Und zwar dass Atamekin ein Mandat zur Prüfungsvorbereitung und Prüfungsabnahme bekommt und auch in die Zertifizierung der Ausbildung stärker eingebunden ist. Bei uns in Deutschland übernehmen die Kammern hoheitliche Aufgaben bei der Ausbildung. Das heißt, wer bei uns eine Ausbildung in der dualen Ausbildung macht, bekommt hinterher ein Zertifikat von der Kammer, also von der Unternehmerkammer. Поэтому мы хотели бы сегодня представить следующие рекомендации для нашей конференции. Во-первых, речь идет о расширении полномочий Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, Атамекен, по аналогии с такими палатами торговыми или ремесленными в Германии, то есть чтобы эти полномочия НПП Атамекен были более большими или большими, чем прежде. Следующий слайд, Мадина. И вы знаете, что мы хотели, что в Германии, например, человек, который прошел по систему дуального обучения, по завершении получает соответствующий сертификат от палаты предпринимателей в Германии. Поэтому мы думаем, что НПП Атамекен необходимо наделить мандатом, необходимо наделить полномочиями по подготовке и приему экзаменов и проведению сертификации. Und wir empfehlen Ihnen sehr eine landesweite Werbekampagne für die duale Ausbildung. Und zwar eine, die sich sowohl an die Betriebe richtet, damit man den Betrieben erklärt, welchen Vorteil sie dadurch haben, Lehrlinge auszubilden und in die Erklärungsarbeit auch mit Rundtischen und Workshops an die Betriebe rantritt. Das zweite, der Teil der Kampagne, sollte sich an Eltern und Schüler richten, um ihnen den Wert und die Erfolgsgeschichten auch, die sich mit dualer Ausbildung verbinden, zu erklären. Und auch in den Schulen sollte sich rechtzeitig, lange vor dem Schulabschluss, auch Berufsbildungsveranstaltungen stattfinden, um für die duale Ausbildung zu werben. Nächstes Slide. Следующий слайд, Мадина. Мы бы очень рекомендовали провести в Казахстане расширенную PR-кампанию по продвижению дуального образования в Казахстане. И здесь важна данная кампания как для предприятий, потому что им необходимо более подробно разъяснять, какие преимущества открываются для предприятий, если они принимают или участвуют в системе дуального обучения обучающихся. Также необходимо работать и проводить разъяснительную работу с родителями и учениками, передавая, разъясняя им ценности дуального образования, а также приводя в примеры истории успеха людей, которые прошли через систему дуального образования. Также представляется важным вести соответствующую работу в школах еще задолго до того, как ученики подходят к завершению школы, разъясняя преимущества, ценности дуального образования.
Und idealerweise arbeiten bei dieser Werbekampagne Atamekin, das Bildungsministerium, die Akimate und das Arbeitsministerium zusammen. Мы полагаем, что в идеале такую пиар-компанию должны разрабатывать и проводить НПП Атамекен в сотрудничестве с Министерством образования и науки, в сотрудничестве с акиматами и во взаимодействии с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Ich glaube, ich brauche nicht zu begründen, dass die neuen Arbeitsplätze, die entstehen und die neuen Berufe natürlich für diese Digitalisierung eine ganz besondere Rolle spielt. Я думаю, что нет нужды еще раз объяснять и говорить о том, что новые рабочие места и новые профессии играют ведущую роль для реализации процессов цифровизации. Und Sie sehen das Verhältnis hier in dem Slide zwischen Wirtschaft und Gesellschaft. Dort, in diesem Bereich, entscheidet sich der Erfolg der Digitalisierung in Kasachstan, nämlich über die Frage sicherer Arbeitsplätze für die Wirtschaft, für die Gesellschaft und die Zurverfügungstellung von qualifizierten Arbeitnehmern seitens der Gesellschaft für die Wirtschaft. На данном слайде вы видите, насколько важным является соотношение или взаимодействие между бизнесом, между предприятиями и обществом. Это будет иметь решающее значение для успеха процессов цифровизации в Казахстане, потому что очень важны безопасные рабочие места для общества и, соответственно, от общества для бизнеса необходимы квалифицированные кадры. Nächster слайд. Und deshalb ist es absolut wichtig, dass wir verhindern, dass es eine digitale Armut gibt. Das heißt also, sowohl der ländliche Raum als auch die Städte gut digital ausgestattet sind und dass die Informatik und vor allen Dingen auch die gesellschaftliche Komponente, neues Arbeiten lernen, wie entwickelt sich der Beruf in der digitalen Welt, als Kernkompetenz in den Schulunterricht eingeführt werden. Поэтому мы полагаем, что важным является не допустить наступления цифровой бедности, то есть обеспечить все эти процессы как в сельских регионах, так и в городах, чтобы качественно осуществлялись процессы цифровизации. И здесь важны такие вещи, такие компоненты, как информатика, как общественные компоненты, потому что необходимо прививать, учить, передавать знания о новых профессиях, как будут развиваться эти профессии с течением времени. Nächster слайд. Wir empfehlen Ihnen die Etablierung von Kompetenzzentren für den Bereich Industrie 4.0. Und diese Kompetenzzentren können auch an die Kompetenzzentren der dualen Ausbildung angedockt werden. Мы рекомендуем создание центров компетенции для индустрии 4.0 во взаимодействии с дуальной системой обучения. Wir empfehlen Ihnen eine Kasachstan-Plattform Industrie 4.0 und vor allen Dingen Finanzierungselemente, um die Einführung von 4.0-Technologien in Kasachstan zu ermöglichen. Также мы рекомендовали бы создание соответствующей платформы индустрии 4.0 для Казахстана и учет или разработку, проработку финансовых элементов для того, чтобы обеспечить возможности внедрения технологий индустрии 4.0 в Казахстане. Und letzter слайд, und damit komme ich auch dann langsam zum Schluss. Wir empfehlen Ihnen die Gestaltung einer digitalen Modellfabrik, weil sich genau da nämlich auch die wichtigsten Aspekte für Produktion und Industrie erlernen lassen. Также мы рекомендовали бы создавать соответствующие платформы, планировать производство и создавать умные производства, цифровые фабрики. Das ist sowohl der Bereich der Produktionsplanung als auch der Produktionslogistik und die Einführung cyberphysischer Systeme, das heißt also der Steuerung von Industrieanlagen über das Internet. При этом речь идет о таких аспектах, как планирование производства и производственная логистика, а также внедрение киберфизических систем для управления предприятиями, производством через интернет. Weil sich nämlich in so einer Modellfabrik, weil sie ja nicht an das reale Leben angeschlossen ist, solche Dinge dann eben halt auch erlernen lassen, ohne dass Schaden angerichtet wird und weil man ja nicht an den normalen Arbeitsprozess angeschlossen wird. Ich weiß, dass eine Modellfabrik nicht ganz
billig ist, aber gerade auch als Experimentierfeld und Lernfeld ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Конечно, мы все знаем, что такие цифровые фабрики, они не подключены полностью к, или не связаны полностью с реальной жизнью, поэтому здесь необходимо проработать все аспекты, чтобы не допустить возникновения ущерба. Мы все знаем, что такие цифровые умные фабрики стоят очень больших денег, но я думаю, в качестве экспериментальной работы, в качестве платформы для обучения, они имеют важное значение. Jetzt zeigt die Stoppuhr doch 17 Minuten an. Es tut mir leid, dass ich 2 Minuten überzogen habe. Ich hoffe aber, es hat sich gelohnt für Sie. Ich wünsche Ihnen nochmal alles Gute für das neue Schuljahr und bin natürlich für die Diskussion noch bereit. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Вот я смотрю, мои часы показывают 17 минут. Прошу прощения, я на 2 минуты затянул свое выступление, но я надеюсь, что мое выступление стоило того. Я еще раз хотел бы пожелать вам всего самого наилучшего в новом наступающем учебном году и готов отметить свою готовность к продолжению дискуссии. Спасибо большое, Ахмед. Спасибо большое, уважаемый господин Томас Хельм. Республика Казахстан принимает участие в исследовании Туринского процесса 2010 года в соответствии с декларацией о намерениях сотрудничества между Министерством образования Республики Казахстан и Европейским фондом образования. Туринский процесс является на сегодняшний день единственным инструментом анализа системы технического профессионального образования, признанным на международном уровне, результаты которого позволяют принимать обоснованные политические решения по корректировке планов работ по совершенствованию системы технического профессионального образования. Разрешите предоставить слово главному эксперту Европейского фонда образования Кристин Хемшемайер. Извините. Вам слово, Кристин. Спасибо вам большое, Насимжан Жамбековна. Уважаемые коллеги, я очень рада быть с вами сегодня. Я только что приехала из Германии, из Бельгии, поэтому еще не полностью переключилась на русский, но пытаюсь все равно быстро за то время, которое у меня есть, коротко говорить про мониторинг дуальной системы. Эти мышления и рекомендации основаны на нашу работу совместно с коллегами из Казахстана в связи с Туринским процессом. Так что первое, что я хотела сказать, это замечание, это то, что в самом деле, если сравнивать на международном уровне, то, что достигнуто Казахстаном за 8 лет после начала внедрения дуального подхода, то, что уже участвует почти 20%, я не видела бы, как только 20%, но что в самом деле это очень значимый результат. Все равно, я знаю тоже, и это было сказано, что на уровне страны идет намерение дальше расширить эту систему. И поэтому я думаю, что сейчас надо тоже думать о том, как усилить систему мониторинга этой системе. Почти все, что я здесь буду сказать, в самом деле относится и к традиционной системе, и к дуальной, потому что все равно, если принимать решение о том, если дальше расширить, где расширить, надо всегда иметь в виду, что есть одна система и другая, и, естественно, надо понимать, какие результаты имеет и традиционная, и тоже критически посмотреть, насколько новая система, от которых много ожиданий, действительно выполняет больше. Есть много элементов, которые нам дадут понять, что, скорее всего, действительно дуальная система достигает больше результативности, но в самом деле в системе почти нет данных, которые позволили бы это подтвердить. Поэтому сейчас идет, я буду вам представить коротко 3 реальные предложения о том, как можно усовершенствовать систему мониторинга Казахстана для дуальной системы. Первое, что я вам предлагала бы, это принимать и с этого года использовать ключевые индикаторы.
факторы, которые предлагаются межорганизационной группы. Межорганизационная группа – это группа международных организаций, от ЮНЕСКО до Всемирного банка, туда входит ЕФО, Европейская комиссия, но это организации, которые заботятся про проблемы образования и также профессионального образования. В этой группе есть подгруппа, которая рассматривает вопросы обучения на рабочем месте, и дуальное обучение является одним из возможных подходов к обучению на рабочем месте. И эта группа пришла, скажем, к консенсусу, что для мониторинга развития такой системы имеет цель использовать ключевые индикаторы. И вы их видите здесь на слайды. Первое, что я хотела сказать, это то, что, естественно, ряд этих данных у вас уже есть. Вы собираете эти данные через НОБД или отчасти, например, через палату. Чего пока не хватает, это более, скажем, целенаправленное использование данных, которые есть. Так что, как я сказала, в принципе, надо сравнивать, как развивается традиционная система, как развивается дуальная система. Так что первое, это была бы доля учащихся, которые участвуют в дуальных программах. С этим нет проблем, эти данные у вас уже есть в НОБД. Естественно, тоже важно, когда мы оцениваем или вы оцениваете качество вашей системы, иметь долю учащихся, которые завершает программы, так что понимать, если есть разница в отсеве, например, между традиционными программами или дуальными программами. Снова, в принципе, эти данные есть в НОБД, но можно их больше использовать. И следующие две пункты можно и отнестись отчасти к тому, что сказали предыдущие спикеры уже. Это вопрос о том, насколько дуальные программы действительно используют результаты обучения. Так что это не только сказать, мы ожидаем, чтобы все это делаем, но действительно конкретно посмотреть, насколько это действительно так. И четвертый элемент, насколько или какая доля программ дуального обучения использует процедуру независимой оценки или независимой аттестата студентов после окончания. Я понимаю, что вот эти две сферы, это сферы, которые разрабатываются сейчас, и так что это сфера, где надо еще немножко работать. Следующие индикаторы, может быть, более в сфере палаты. И снова здесь я сказала бы, что речь идет более об улучшении индикаторов. Уже палата имеет данные о том, какие предприятия участвуют, но было бы целенаправленно регулярно считать, какая доля компаний, которые представляют дуальные программы. Так что здесь речь не идет об цифрах 2000-4000, но по сравнению со всеми предприятиями, которые есть в Казахстане, по определенным критериям, какая доля из них уже принимает участие, и это позволило бы лучше нацелить программы PR, программы информации и так далее, именно на те сектора, которые пока участвуют меньше. И тоже такой подход позволил бы поставить конкретные цели на будущее. И, естественно, снова эта сфера, где палата уже работает, но пока я не видела такие данные, я знаю, что идет работа для подготовки наставников. Один возможный индикатор, важный индикатор, была бы доля предприятия, которое имеет сертифицированного наставника. И, естественно, я хотела бы подчеркнуть, что для любой из этих индикаторов
и для тех в сфере образования, но и тоже для тех, которые более относятся к сфере палаты и предприятия, всегда будет очень важно посмотреть не только общие цифры, а именно смотреть цифры в связи с существующими политическими целями. Есть ли приоритетные сектора? В этом случае надо уметь сказать, как это выглядит, как все эти индикаторы выглядят в связи с экономическими секторами. Если есть политическая воля, приоритет включить малое и среднее предприятие, то надо посмотреть эти индикаторы в связи с размером предприятия. Регионы могли также быть критерием. Так что здесь предложение идет о том, что работа, которая уже идет по сбору данных, регулярный сбор, что можно его немножко улучшить и делать его более точным, более дезагрегированным и всегда обеспечить сравнивание между разными системами. Так что это первое предложение. Второе предложение, и я думаю, что было бы очень важно начинать с такой работы в ближайший год или в ближайшие 18 месяцев, но сейчас, когда речь идет уже о дальнейшем расширении системы, это станет уже срочно, это отслеживание выпускников. Потому что в самом деле Казахстан имеет очень ограниченную частичную информацию про положение выпускников. Те данные, которые собираются через данные пенсионного фонда, лишь частичные. Они только покрывают те, которые работают в формальном секторе. И они только покрывают самые крупные цифры. В самом деле, чтобы лучше понимать, что происходит, то, что любая система должна понимать для себя, это как быстро выпускники находят работу в формальном, но тоже в неформальном секторе, насколько они находят работу, которая соответствует своей специальности, но тоже уровню квалификации. Следующее – это насколько выпускники считают, что у них есть нужные навыки и знания, когда они приступают на свое первое рабочее место. И, естественно, остаются ли они на работе, есть ли у них карьерный рост, и очень важно, сколько они зарабатывают. Вся эта информация в этом моменте не имеется. Поэтому отслеживание выпускников является, скажем, ключевым элементом для мониторинга. Может быть, если не только мониторинга, но в принципе отчасти и оценки результативности системы профессионального образования обучения. А что еще надо думать? Это то, что регулярное отслеживание выпускников должен проводиться, естественно, снова, как и ключевые индикаторы, не только для выпускников дуальной системы, оно должно быть организовано для студентов традиционной системы и дуальной системы, и почему нет, можно и туда включить высшее образование, но только это позволило бы сравнивать и посмотреть на результативность разных подходов. И, естественно, результаты такого исследования, которое надо провести регулярно, может быть, не каждый год, но хоть регулярно, приносят ценную информацию для принятия решения в области политики. Так что где в крупном масштабе надо что-то регулировать, потому что станет видно, где результативность меньше, где больше. Но такие исследования также приносят очень ценную информацию для сотрудников колледжей, потому что она показывает в реале, в каких секторах, например, если отслеживание проводится на уровне самого учебного заведения, даже определенных курсов, так что это очень ценная информация. И в конце концов,
и об этом было упомянуто уже несколько раз, информация, которую можно получить от отслеживания выпускников, является очень ценной информацией, очень практической информацией, чтобы хорошо организовать профориентацию и чтобы предоставить студентам в школах информацию, которая для них интересна. Так что это первая сфера, где со стороны ЕФО, и основываясь на результаты Туринского процесса, очень советовала бы в ближайшие месяцы начинать думать, как провести такое исследование. Второе связано с тем, что отчасти было сказано от палаты, но это был бы шаг вперед. Это анализ выгоды и затрат дуальной системы для предприятия. И в таком анализе, в таком исследовании идет структурированный подход и структурированный сбор информации о том, какие расходы есть для компании, которая принимает участие, какое есть затраченное время, какое использование материалов и оборудования, например. Okay? Про одежду тоже было сказано раньше. Но этот анализ также посматривает и собирает информацию о том, какие выгоды получает компания, применяя участие в дуальном подходе. И здесь не надо забыть, что в самом деле студенты, которые находятся на предприятии в определенное время, станут более или менее продуктивными. И это может быть реальный элемент, важный элемент для предприятия. Естественно, есть элемент того, сколько времени, это ресурсы компании могут сэкономить, когда им не надо провести инструктаж новых студентов. Так что это одна из возможных выгод. Так что, когда мы говорим про анализ выгоды и затрат, это организованный сбор информации, который позволяет реально поставить, скажем, цену и квантифицировать, какие есть выгоды и какие есть затраты. Сейчас, зачем такое исследование и почему важно это понимать? Мы все знаем сейчас больше, чем, может быть, раньше при времени коронавируса, что деньги, которые идут из госбюджета, это налоговые деньги, которые сначала надо зарабатывать. В ближайшие годы деньги будет, скорее всего, меньше, не больше. И, естественно, финансовые стимулы, скорее всего, работают лучше, когда они нацелены. Такой анализ позволяет лучше понимать, как нацелить возможные стимулы, финансовые, нефинансовые, в соответствии с политическими целями. Например, как стимулировать разные типы малых и средних предприятий, сколько нужно для такого типа предприятия в определенном секторе, потому что не все предприятия одинаковые, и, скорее всего, не будет хватать ресурсов, чтобы всем понемножку дать, и, скорее всего, это даже не было бы эффективно. Естественно, где надо стимулировать определенные сектора. Может быть, что есть сектора, где система уже очень хорошо работает или где больше прибыли для предприятия от работы. Естественно, есть вопрос о том, что стимулы могут не только быть нацелены на предприятие, они также могли быть нацелены на студенты. Так что такой анализ позволил бы намного лучше нацелить те ограниченные ресурсы, которые будут доступны в ближайшие годы для стимулей предприятия в участии в дуальной системе. Это наши предложения со стороны ЕФО, наши рекомендации. Я хотела вам тоже сказать,
что к середине следующего года будет готово новое руководство ЕФО про мониторинг, обучение на рабочем месте, где будем разъяснить разные подходы. И тоже хотела бы упомянуть, что есть ряд публикаций, связанных с вопросом обучения на рабочем месте, вопросы, например, управления таких систем, финансирования на сайте EFO и тоже на платформе EFO Open Space. Я буду очень рада, если вы идете туда и используете эти материалы. Спасибо вам за внимание и надеюсь, что уложилось в свое время. Спасибо, Кристина. Огромное спасибо. Разрешите мне предложить вашему вниманию выступление председателя Латвийской ассоциации профессионального образования директору Огрского техникума, если я правильно произношу, Илзе Бранте. Пожалуйста. Добрый день. Большое спасибо за возможность участвовать в вашей августовской конференции. Мы с очень большим интересом слушаем, что происходит в Казахстане. И я уже сейчас вполне уверена, что наше сотрудничество поможет нам совместно развивать дуальное образование в наших государствах. Я подготовила такую длинную презентацию, которую вы можете использовать и почитать о нашем опыте. Но так как я ограничена во времени, я расскажу вкратце, как мы дошли до дуального образования. У нас также мы изучали опыт Германии, и мы поняли, что точно перевести дуальное образование мы не можем, и поэтому была дискуссия и на основе рабочей среды, на рабочем месте, без отрыва от производства, но сегодня я буду использовать термин «дуальное образование». Для профессионального образования это самая главная задача подготовить таких специалистов, которые нужны рынку труда. Как это достичь? Мы поняли, мы должны очень честно сотрудничать с предпринимателями. И наше Министерство образования и науки организовало встречу с местными советами, с предпринимателями, с нашими профтехучилищами. И мы решили, что мы начнем пилотный проект. И было 6 профессионально-технических учреждений, которые добровольно начали сотрудничество с предпринимателями. Предприниматели тоже добровольно согласились, что мы будем развивать дуальное образование. И мы начали с тем, что мы решили, что дуальное образование после начального образования – это у нас 9 лет, 3 года обучения или 4 года обучения программа, или уже профессиональные программы после средней школы. И дальше мы начали тем, что мы очень тесно начали работать совместно с предпринимателями. Мы разработали соответственно аккредитированной программой наши учебные планы, содержание. И если практика была в училище по дням, то мы решили, что это будет по месяцам. Например, с первого года
обучение учащиеся находятся в предприятии, все практические занятия на предприятии. Например, в первом курсе это 1 месяц, в втором уже 2 или 3 месяца, на третьем курсе 3 месяца и последний, 4-й год, тогда уже все 6 месяцев происходит вся практика на предприятии. Была и такая ситуация, что некоторые студенты находятся в предприятии, некоторые остаются в училище. Тогда мы организовали, что практики одновременно в училище и на предприятии. Очень важно было охрана труда и производственная безопасность. Поэтому уже в первом курсе мы перенесли эту тему в учебном плане. Для того, чтобы развивать дуальное образование, мы заключали договор. Шестисторонний договор для несовершеннолетних учащихся, где предприятие, училище, сам учащийся и руководитель практики со стороны училища, руководитель практики со стороны предприятия и родители. И 5-сторонний для совершеннолетних учащихся. Очень важно было, что мы эти договора подписали публично. Мы приглашали в училище предпринимателей, родителей и публично заключали этот договор и показали по всему государству, как это происходит. И потом дальше было очень важно, как организовать это обучение. И мы решили так, что впервые это инструктаж о безопасности, техники с охраны труда. Это был инструктаж в училище, потом инструктаж на предприятии. И мы страховали и имущество предпринимателя, потому что учащийся может сделать ущерб. Дальше мы рабочую одежду обеспечили. Это был тоже договор между училищем и предпринимателями. Были такие предприниматели, которые сами обеспечили рабочую одежду. Были предприниматели, которые просили, чтобы училище обеспечило рабочую одежду. Потом все медицинские справки или прививки против клещевого энцефалита, это зависимо от профессии, обеспечило училище. И потом мы тоже думали, как решать транспортный вопрос. Было так, что если есть транспорт, то учащиеся сами едут, если нет, то училище это все сделала, чтобы мы могли этот вопрос решить. И очень важно, что после каждой практики мы делали анализ. Сам учащийся практикант рассказал, в каком предприятии он был, какая роль этого предприятия экономики Латвии, какие были задачи, как он справился с этими задачами. Потом характеристику практиканта, студента предоставил наставник с компанией и наставник с профессионально-технического училища. И совместно мы решили, как дальше поступать, чтобы было лучше и достигли лучшие результаты. И мы сделали выводы, что это очень хорошо дуальное образование, что учащийся может подтвердить, да,
это профессия, которая мне нравится. Студенту компания в зависимости от профессии и дала возможность зарабатывать деньги. Это была или есть, не только была и есть, это есть или стипендия, или заработная плата, уже договор о работе. И студент имеет возможность, отучая учебу в свободное время, поработать на этом рабочем месте. Для училища это очень великолепно. У нас очень тесное сотрудничество с предпринимателями, и мы можем с ними положиться и развивать и разные проекты в дальнейшем. И для предпринимателя, конечно, очень важно, что есть такой специалист, который предпринимателю очень нужен. Потом все эти наши выводы в нашем пилотном проекте были подтверждены с кабинетом, положением кабинета министра. И то же самое, что и рассказала, у нас написано положением кабинета министра. У нас также, как в Казахстане, не так очень хорошо складывается внедрение это в предкомпании, актуальное образование. И поэтому мы очень много разговаривали с предпринимателями, и потом помощь пришел фонд, Европейский социальный фонд. И этот фонд, мы написали проект держит Конфедерация работодателей, и здесь с помощью Европейского социального фонда предприниматели получают поддержку за каждого студента, независимо, это зависимость от часов, каждый получает 270 евро месяц, а учащийся получает 225 евро, где мы можем с этим деньгом все обеспечить, чтобы внедрить это дуальное образование. Транспорт, рабочая одежда, вакцинации, медицинская справка. И училище получает... И училище получается в год 20 евро 82 цента. Это тоже для училища очень хорошо, поддержки развития этого проекта. Это такой наш опыт, который нам помогает внедрить дуальное образование. Как мы дойдем до этого, как выбираются предприятия, это, во-первых, сама компания делает запрос. У нас есть датовая база, где все предприятия, которые заинтересованы, записаны, и мы предлагаем учащимся возможность участвовать в дуальном образовании, и сам студент выбирает компанию. И, как я уже сказала, это большая разъяснительная работа. Мы организуем семинары, приглашаем предпринимателей, ассоциаций. И мы очень в этом уверены, что дуальное образование действительно ведет к такому очень положительному результату. И большое спасибо за возможность быть этой конференцией. Большое спасибо за ваш опыт и желаю вам успешный Новый год, учебный год, и желаю наше сотрудничество в будущем. Спасибо. Огромное спасибо, Ильза. Ваш опыт действительно очень показателен для нас.
И те шаги и алгоритмы, о которых вы сейчас проговорили, они для нас тоже имеют колоссальное значение, потому что мы сами испытываем на сегодня эти шаги и ждем, безусловно, обратной связи от производства. Уважаемые коллеги, мы сегодня услышали наших партнеров зарубежных относительно дуального обучения в Казахстане, их рекомендации, советы, их видение, их идеи. Для нас, безусловно, важно также мнение наших отечественных работодателей, наших отечественных ассоциаций отраслевых. Поэтому разрешите предоставить слово Беклемишеву Павлу Иннокентьевичу, члену правления Союза машиностроителей Казахстана. Союз машиностроителей Казахстана является некоммерческой ассоциацией. Она объединяет в своем составе более 546 машиностроительных предприятий. И, безусловно, мнение этой организации для нас будет иметь также ориентиром в политике продвижения дуального обучения. Пожалуйста, Павел Иннокентьевич, вам слово. Большое спасибо. Кроме всего прочего, ну, во-первых, я исправлю вас, ну, это просто не ваша вина, а, наверное, наша. Мы уже перевалили и подошли к цифре 650 участников Союза машиностроителей. В целом в Казахстане около 3500 машиностроительных предприятий. Ну, правда, они не все такие большие, как были раньше. То есть вот в условиях эпидемии мы проводили анализ крупных предприятий машиностроительных, у нас осталось около 35. Основная масса – это средние, и, конечно, самая большая часть – это вообще мелкие предприятия, малые предприятия. Есть даже микропредприятия, но они все, в общем-то, связывают свою судьбу и работают в сфере машиностроения. Мы четко знаем, какие подотрасли машиностроения у нас наиболее успешно развиваются. У нас есть определенные успехи, но, к сожалению, в общем-то, успехов меньше, чем хотелось бы. И это, наверное, относится не только к деятельности отрасли, это относится и к проблемам вот, образования вообще и дуального образования в частности. Я вот обратился бы к господину Херму. Вот мы следим за информацией, которая приходит, ну, в средствах массовой информации из Германии. В Германии и власти, граждане оценивают ситуацию в стране в условиях пандемии крайне негативно. И говорят о падении объемов производства, падении ВВП и других-других проблемах. При этом мы видим, что власть оказывает реальную и серьезную помощь и предпринимателям, и населению. Значит, у нас все наоборот, понимаете, если говорить откровенно. Помощь, в общем-то, относительно небольшая. Особенно бизнесу она относительно небольшая. А результаты у нас все равно по-прежнему замечательные. Понимаете, вот в области машиностроения у нас показатели вообще не хуже. Они вот, ну, может быть, небольшое сокращение темпов роста, но у нас до сих пор и в первом, и во втором квартале этого года в машиностроении наблюдается рост объемов производства, понимаете? Честно говоря, я этому не верю. Хотя, с другой стороны, могу сказать, что машиностроители, бизнесмены-машиностроители в Казахстане очень закаленные бойцы, и они действительно стараются сохранить свои предприятия, развивать свой бизнес. Есть, конечно, определенная поддержка со стороны властей с точки зрения вот, повышения местного содержания в работах. Но я хочу сказать, что, наверное, мы все-таки достаточно успешно манипулируем цифрами. И я также считаю, что и в области дуального образования и вообще результатов в области образования мы цифрами манипулируем, понимаете? Хотя, конечно, прогресс определенный наступил. Если года 2-3 назад мы говорили о компенсации затрат при дуальном образовании
на заработную плату наставников. Сегодня мы еще начали говорить о нескольких дополнительных, так сказать, статьях затрат, и это уже, наверное, есть хорошо. Но мы не говорим о том, что работодатель все-таки сегодня еще выплачивает заработную плату, значит, студентам во время их практики, а она не всегда адекватна той заработной плате, которая реальная. А мы делаем это, потому что понимаем, что мы должны заинтересовать будущего выпускника в работе на предприятии. Я не знаю, хорошо это или плохо, но так происходит. Мы кормим сегодня студентов за свой счет на предприятиях, потому что, как правило, студенты вот этих специальностей – это студенты из не совсем благополучных семей. Мы понимаем, что для них иногда очень важно даже просто покушать, понимаете? Ну, имея вот столовые, значит, мы их кормим. То есть объем затрат вообще очень-очень большой. И пока вот то, что сегодня прозвучало, это хорошие новости, но мы же с вами знаем, что дьявол всегда в деталях. Как это будет реализовано, когда это будет реализовано, в какие сроки, насколько эффективно это произойдет, будет реально действительно зависеть от того, что мы сумеем куда-то продвинуться вперед. Ну и если говорить, вот сегодня прозвучала цифра 20% охват дуальным образованием, я категорически не верю этой цифре, потому что если по идеологии нашего германского коллеги это 50% проведения практических занятий на предприятиях, я никогда, я занимался этим вопросом, будучи 25 лет директором предприятия достаточно серьезного, я никогда не думал о 50% практике, ну хотя бы о 30% практике я мечтал, понимаете. А сегодня я знаю массу предприятий, массу учебных заведений, где дети приходят на однодневное посещение и говорят: «О, это было так здорово, мы пришли на предприятие, и мы увидели его изнутри». Они за счастье считают недельную, уж тем более месячную практику, понимаете, но никак не 50% их времени. Я допускаю, что, наверное, может быть, мои коллеги-машиностроители, которые здесь присутствуют, расскажут о таком опыте, что у них, ну, 50, ну, может быть, 30% дети общего времени проводят на их предприятиях. Но пока это вот, может быть, это одно-два исключения, которые подтверждают правила. Тем не менее, я хочу сказать, что машиностроители прекрасно понимают, что без производственной, серьезной, долгосрочной практики мы не получим грамотных специалистов, понимаете? Я уж не говорю про цифровизацию, это тоже отдельная статья, значит, и я вот сам довольно успешно сотрудничал с институтом Фраунхофера, значит, с господином Шилем Бурхартом, который сказал: коллеги, у вас пока не 4.0, вам бы, дай бог, а 2.0 бы, говорит, нормально говорит. Я могу сказать, что на многих предприятиях как можно вести цифровизацию, если нет надежного обеспечения электроэнергией с качественными параметрами, чтобы станки с числовым программным управлением работали стабильно и не происходило серьезных, так сказать, отключений, аварий. Это все вот серьезные вещи. И это в нашей стране, которая, поверьте, имеет все экономические предпосылки быть одним из самых передовых государств в мире. Значит, мы все должны действительно, вот в этом плане я согласен с Ильсой Брандем, мы все должны объединяться, мы должны как можно больше разговаривать и ставить перед собой цели, задачи и понимать. Но вот я вам могу сказать, я на протяжении последних, ну, собственно, с момента организации Атомикена, я являюсь, кроме того, членом регионального совета предпринимателей города Алма-Аты, и, Насымжан, мы там были с вами вместе в свое время, значит, еще предыдущий, как бы, наш состав
усилиями Веры Михайловны Дзин, и я ей старался помочь, мы добились какого-то понимания с точки зрения аттестации, сертификации специалистов с нашей стороны. Но сегодняшний новый состав, он пока не понимает вообще, что же это за работа. А понимаете, работа Атамикен – это не только работа нашего головного офиса в Нур-Султане, понимаете, да? Лизат Шанаева прекрасно понимает эту тему, мы с ним несколько раз на эту тему беседовали, но ведь важно, чтобы понимали на местах, в регионах, и не только в региональных центрах, но и в городах, где тоже есть учебные заведения и так далее, как это все должно быть организовано. То есть я хочу сказать, в целом в стране есть понимание это и у Елбасы, и у нашего действующего президента, насколько важная эта тема. Значит, Нурсултан Абишевич всегда активно говорил, мы должны двигаться в этом направлении. Создание реальной системы дуального образования. Но за 8 лет мы прошли очень маленький путь. Поверьте мне, я никого не хочу обидеть. Мы могли бы пройти хотя бы половину пути, а мы по-прежнему находимся в самом начале пути в области реального дуального образования. Да, у нас есть понимание, как оно должно быть, но нет реального существования этой системы. Значит, у нас и бизнес это понимает тоже, но у него не хватает сегодня и сил, и возможности реализовывать эти вопросы. Но все равно, вот я смотрю на аудиторию здесь присутствующих, я, наверное, самый старший из тех, кого я вижу на экране, а позвонил своим коллегам, они сказали, что слушает нас порядка 650 участников на Фейсбуке. Значит, я все равно остаюсь оптимистом, и я считаю, что мы можем создать нормальную, так сказать, систему образования в стране, и эта система нормального образования может служить основой развития нормальной, эффективной экономики в нашем государстве. Спасибо за внимание. Огромное спасибо, Павел Евгеньевич. Вы, как всегда, с большой тревогой и оптимизмом, безусловно, смотрите на этот процесс. И благодаря вашей энергии и тем инновациям, которые вы предлагаете, предложениям, которые вы предлагаете, сегодняшнее дуальное обучение имеет вот этот уровень. Я уверена, что этот учебный год, начало учебного года будет переломным в развитии дуального обучения, потому что у нас есть реальные предложения, и то, что сегодня наши эксперты, и вы в том числе произносите, это заложится в основу этих нормативно-правовых актов. Наша главная задача, проще всего, конечно, это сделать, но нужно, чтобы она отвечала тем задачам, которые ожидает бизнес, производство от подготовки кадров. Поэтому этот вопрос достаточно непростой, и к нему надо подходить не то чтобы осторожно, но, по крайней мере, теми выверенными шагами, которые шли, например, наши коллеги из Латвии. Спасибо большое. Мы продолжим. У нас есть еще два предложения, два выступления. Это компания Allagium Electric. В состав этой компании входит несколько предприятий, крупных предприятий. И для решения проблемы эта компания создала, для решения проблемы именно в подготовке кадров, в дефиците квалифицированных кадров, создали при Кентауском трансформаторном заводе в 2012 году Казахско-немецкий политехнический колледж. Очевидно, нам Кожубаев Хайрулла Байгельдаевич, сегодня председатель правления АО «Кентауский трансформаторный завод», расскажет нам те инновации, которые заложены в этом колледже. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего вебинара, уважаемые коллеги. Так,
Рост экономики и развитие промышленных предприятий в Республике Казахстан явился толчком для формирования огромного спроса на кадры технического направления. С данной проблемой столкнулась также и компания «Аллагиум Электрик», в состав которой входят такие предприятия, как Кентауский трансформаторный завод, Алматинский электромеханический завод, Уральский трансформаторный завод, Шымкентский трансформаторный завод, Азиатрафа и другие машиностроительные предприятия. Для решения проблемы дефицита кадров при Кентауском трансформаторном заводе в 2012 году открыли Казахско-немецкий политехнический колледж, который одним из первых, следующий слайд, который одним из первых в республике начал внедрять дуальную систему обучения. Следующий слайд. Первый год обучения после 9 класса наши студенты проходят общеобразовательные дисциплины. Начиная со второго курса, студенты после прохождения инструктажа по безопасности труда 2 дня в неделю проходят практические занятия на Кентауском трансформаторном заводе. Старшекурсникам 3-4 курсы увеличивается время прохождения практики на заводе. Студенты 3-4 курсов, согласие родителей, в летнее каникулярное время имеют возможность пройти оплачиваемую практику в наших структурных предприятиях, которые расположены в разных областях страны, где им предоставляется компенсация проезда, жилье, питание за счет компании. Следующий слайд. За ними закрепляются наставники, которые объясняют полный технологический процесс производства. Наставники в ходе прохождения практических работ дают несложные задания, объясняя процесс выполнения. Дуальная система обучения у нас сформирована так, что за весь период обучения студент ознакомился со всеми процессами производства. Во время прохождения практики студент делает свой выбор будущего рабочего места. По итогам обучения при защите дипломных работ знания выпускников, полученные в колледже, оцениваются сотрудниками завода. Следующий слайд. После открытия политехнического колледжа стали очевидны ряд преимуществ дуальной системы обучения, которые мы ощутили на наших предприятиях. Это первые выпускники колледжа при практическом обучении на производстве получают все необходимые знания и навыки работы с оборудованием, установленным на заводе, что уменьшает расходы на дополнительное обучение и привлечение специалистов со стороны. Второе. Предотвращение или, по крайней мере, снижение текучести кадров, меньше затраты в связи со сменой сотрудников. У нас довольно большой спрос на кадры рабочей специальности. Ежегодно у нас потребность составляет около 260 человек мы должны принимать на работу. Но учитывая эти вот наши потребности, мы хотели бы взять на доверительное управление еще другие колледжи в городе Кентау. Но уже в течение 2 лет мы никак не можем решить этот вопрос. Вот это вот хотелось бы озвучить именно на этой конференции, чтобы нам дали возможность взять еще один колледж в городе Кентау. Как раз вот рядом с заводом у нас имеется 7-й колледж, который вот по специфике подходит к нашему заводу. Готовит от сварщиков, там, станочников, которые вот мы бы хотели взять под доверительное управление. Третье – это снижение риска несоответствия при замещении должности, формирование резерва кадров. Четвертое – возможность выбора лучших и продвижения лучших. 5. Долгосрочное обеспечение потребностей в специалистах для наиболее рационального использования сотрудников. Следующий слайд. Еще. Также во время внедрения дуальной системы обучения мы столкнулись со следующими проблемами и вопросами, некоторые из которых все еще не решены на республиканском уровне. Первый – это отсутствие соответствующей законодательной базы, которая полностью регулировала бы механизм дуальной системы обучения. Следующий слайд. Второй – неотработанный механизм оплаты труда наставников. Третий – отсутствует единый стандарт дуальной системы обучения.
Четвертое – отсутствие системы мотивации предприятий, участвующих в процессе дуального обучения, и приоритетного бюджетного финансирования колледжей и учебных центров, активно внедряющих дуальную подготовку кадров. Следующий слайд. И пятое – низкий уровень знаний учеников школ по техническому профилю, связанный с отсутствием необходимой базы технических кружков. Шестая проблема – это отсутствие системы непрерывного образования под патронатом предприятия. Детский сад, школа, колледж, вуз, предприятие. Следующий слайд. Также считаю, что для стимулирования внедрения дуальной системы обучения учебными заведениями необходимо увеличение подушевого финансирования колледжей, внедривших дуальную систему обучения. Ежегодно мы получаем гранты с областного бюджета. Около 200 студентов, абитуриентов мы принимаем в колледж. Но в этом году у нас уже проблемы. Нам уменьшили грант. В этом году мы получили всего 125 гранта. Вместо обещанных 200-200 мы получили 125. Что получается в итоге? У нас уменьшилось количество студентов. Это тоже у нас большая проблема. Решение всех этих задач будет способствовать формированию новой модели профессиональной подготовки, которая позволит преодолеть отставание в структуре, объемах и в качестве трудовых ресурсов от реальных требований предприятий. Следующий слайд. Ага. Несмотря на юный возраст колледжа, наши выпускники успешно продвигаются по карьерной лестнице внутри нашей компании. Также показателем результатов нашей работы может служить результативное участие наших студентов в чемпионате WorldSkills Казахстан. За годы участия колледжа в чемпионате WorldSkills Казахстан наши студенты заняли 13 первых мест в областном чемпионате, становились победителями и призерами национального чемпионата WorldSkills Казахстан по компетенциям интернет-вещей, электроника, IT-решения для бизнеса, промышленная автоматика, инженерная графика, CAD, мехатроника. Следующий слайд. Кентаусский трансформаторный завод заинтересован в высокообразованных специалистах, поэтому часть выпускников колледжа мы за счет предприятия направляем для дальнейшего обучения за свой счет вузы Казахстана, России, Украины. Так, например, выпускники колледжа продолжают обучаться в Омском, Кемеровском, Запорожском, Украине, государственных технических университетах. В завершение своего выступления хочу с уверенностью заявить, что за дуальную систему образования будущее, и это залог за развитие любого производства. Спасибо за внимание. Хайрулла Байгильдаевич, огромное спасибо вам за такой замечательный кейс, который существует в нашей стране, замечательный пример взаимодействия с бизнесом. Я думаю, это только масштабировать и ретранслировать этот опыт, этот кейс для всей нашей системы, выйдя, наверное, за рамки даже сегодняшнего нашего совещания, потому что это реальные инструменты, это реальные механизмы. Те предложения, спасибо, которые вы сейчас выдвинули, они лежат в основе тех нормативных документов, которые сейчас разрабатываются и скоро придут к вам. Я предлагаю даже вот в этом же составе, возможно, вас в нашу рабочую группу всех пригласить для того, чтобы пообсуждать наши нормативные документы, которые мы будем принимать в ближайшей перспективе. Касательно доверительного управления это и размещения госзаказа, те вопросы, которые вы задали мне сейчас, они будут решаться только в рамках местного исполнительного органа, поскольку принадлежность этих учебных заведений к Туркестанскому региону относится, поэтому деньги все там. Единственное, что политика Министерства образования, она в части вопроса доверительного управления, это передача крупному бизнесу, устойчивому бизнесу, который, вкладывая со своего, со своих финансовых структур в развитие самого колледжа, в части повышение заработной платы, в части укрепления материально-технической базы,
улучшение, безусловно, образовательных программ. Это главная составляющая, поскольку это все влияет на возможность трудоустройства наших выпускников, ну и, безусловно, его жизнь, это его счастье, это его судьба. Поэтому здесь, конечно, сидят те самые неравнодушные люди, которые переживают за нашу молодежь, за то поколение, которое приходит в наши учебные заведения, и мы обязаны создавать эти условия. Это абсолютно не лозунг, это реальность, и все, что делается Министерством образования вместе с бизнесом, это все в рамках дуального обучения, это все в подтверждение сказанного. Ну что, мы продолжим. Мы продолжим. Если будут вопросы у вас, Хайрулла Бадильдаевич, вы непосредственно ко мне можете обращаться, если вдруг возникают какие-либо вопросы. И по дуальному обучению, и по вопросу доверительного управления, и по вопросу размещения госзаказа. В данной ситуации там у нас изменения произошли в размещении госзаказа по потребности региона, по потребности Национальной палаты предпринимателей, в данном случае региональной палаты предпринимателей, по их, значит, потребности на сегодняшний день размещается госзаказ. Теперь, что касается еще у нас выступления есть, машиностроительный колледж Северо-Казахстанской области, он сотрудничает со всеми социальными партнерами, со своими социальными партнерами с 2004 года, много лет реализует дуальное обучение. Я хотела бы предоставить слово ведущему инженеру-технологу ТО ВФ «Поиск» Абраменко Матвею Сергеевичу. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники конференции. Я представитель от предприятия ТО ВФ, венчурная фирма «Поиск». Являюсь ведущим инженером-технологом данного предприятия. Мы сотрудничаем с машиностроительным колледжем города Петропавловска с 2006 года. Сотрудничаем достаточно, можно сказать, обоюдно, плодотворно. С того времени прошли практику порядка 50 студентов данного колледжа. Вот. Каждый студент имеет, мы предоставляем наставника, причем наставника предоставляем из числа наиболее опытных рабочих, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков и так далее. Предоставляем оплату студентам около 50 тысяч тенге, и наставнику мы оплачиваем порядка 10% от оклада студента. Так, дуальная система образования имеет и для нас преимущество, так как в процессе прохождения практики обучения мы можем, скажем так, сортировать или выбирать и видеть в процессе обучения профессиональные качества будущего рабочего. Вообще, подходит он нам или нет. Студент также из-за того, что проходит работу, он мотивирован на получение новых знаний. Также мы принимаем участие в итоговой аттестации выпускников машиностроительного колледжа непосредственно на выпускных экзаменах. Наши сотрудники присутствуют в комиссии. Вот. Ну и за все время порядка 20-30 человек с 2006 года работают, получили работу на нашем предприятии. В принципе, спасибо за внимание. Если есть у кого какие-то вопросы, я могу ответить, потому что всего рассказать невозможно, и регламент еще как бы есть.
Отлично, просто отличный кейс. Спасибо большое. Мы вас также приглашаем на нашу площадку продолжить вне рамок этой конференции по развитию дуального обучения. Гуйван Дмитрий Николаевич, ведущий специалист АО ПЗТМ города Петропавловска. Вам слово, пожалуйста. Доброго времени суток. Я так понимаю, конференция у нас международная получилась. У кого-то день, у кого-то вечер. Ну, с СКГУ, машиностроительным колледжем, мы начали работать одни из первых по этой программе. Подготовка кадров в дуальной системе осуществляется специалистами по токарному делу и металлообработка, эксплуатация машин и оборудования промышленности, электротехническое оборудование в промышленности. Базовым предприятием является акционерное общество Петропавловский завод тяжелого машиностроения. В свое время это был военный завод, ориентированный на выпуск военной продукции. Ну, сейчас немножко перепрофилирован. Вот. Одно из самых крупнейших предприятий Казахстана, не только Петропавловска. В 2012 году заключил договор о партнерстве. Определены ответственные лица, составлены планы соответствующих работ по внедрению дуальной системы обучения. Все это мы проходили. В 2013 году Министерством образования и науки Республики Казахстан колледжу был присвоен статус экспертной площадки по внедрению дуальной системы обучения. В начале каждого учебного года соответствующие с ведущими специалистами мы ПЗТМ и колледжа по специальности токарное дело, станочки широкого профиля, разрабатываем планы обучения, учитываем ошибки какие-то, корректируем программы, учебные планы, соответственно, принимаем неактивное, непосредственное участие в данном вопросе. Вот, в организации практики студентов и ПЗТМ является одним из самых главных игроков на этом рынке. Для того, чтобы обеспечить более качественный процесс обучения, в машиностроительный колледже у нас присутствуют два преподавателя от предприятия, которые непосредственно работают на предприятии, но приходят и ведут часы в колледже. Это дает возможность не только теорию преподавать, но и какие-то практические примеры приводить, которые не будут указаны ни в одном учебнике, вы не найдете. Особенно на нашем предприятии, где очень большой спектр мы можем осуществлять. Для проведения профессиональной практики привлечается также не менее 20 мастеров, наставников, закрепленные за каждым студентом. Для осуществления подготовки будущих специалистов без отрыва от производства на ОПЗТМ организованы индивидуальные учебные места, а также создан у нас учебный класс, который является не только для студентов, но и мы сразу его эксплуатируем, и обучение непосредственно и приходящих на работу. Вот. В целях более подготовленного сотрудничества колледжа совместно с руководителями АОПЗТМ организованы производственные стажировки работников машиностроительного колледжа. То есть не только студенты к нам приходят на практику, но и непосредственно преподаватели проходят у нас месяц-полтора, по-моему, стажировку проходят ежегодно на предприятии, на рабочие места приходят, смотрят, кстати, и за своими учениками, как те работают, что-то там подсказывают, они что-то мы подсказываем. Вот. Организация производственного обучения построена согласно графикам. Обучение процесса предусматривает прохождение студентов первого курса учебной практики два раза в неделю на базе колледжа. На базе колледжа создан, я считаю, это очень правильное решение было, мудрое, создано типа класса, где стоят оборудование токарной, фрезерной группы. Они здесь самостоятельно, у них есть квалифицированные мастера, которые заводские, даже, кстати, заводчане многие бывшие. То есть первоначальный курс они проходят здесь.
непосредственно под контролем мастеров и классных тут у них классных руководителей. То есть первые шаги они делают в колледже. Именно вот на это был акцент. Как только мы это сделали, качество образования сразу выросло. Мало того, когда только начинается набор студентов, приходят родители, приходят ребята, они сразу понимают, куда и зачем они идут. То есть у них появляется какой-то интерес. У нас стало меньше людей случайных. То есть изначально они уже знают, куда они идут. По окончанию учебной практики обучающий персонал ознакомляется практически на базе ОПЗТМ в объеме 30 часов. То есть они приходят к нам на предприятие, очень у нас предприятие большое, скажем так. И когда люди видят оборудование площадью 100 квадратных метров, ну, у них немножко мировоззрение меняется. У нас оборудование есть по 50 тонн и по 30 тонн. Разное оборудование есть. Данный вид практики дает возможность изучения технологических процессов предприятия, а также истории завода, его традиций, что позволяет студентам получить реальное представление о выработанных профессиях, о выбранной профессии. Профессиональная практика организована на базе ОПЗТН и предполагается следующую структуру взаимодействия. Каждый студент практики 2-3 курса обучение закреплен за определенным мастером-наставником той или иной квалификации. Токарь, универсал, фрезеровщик, расточник, шлифовщик, оператор станков программного управления. Будущий производственный рабочий вовлекается в технологический процесс через организацию предприятия рабочего места с отдельным станочником на участке. Такой тип отношения повышает мотивацию студентов к установлению дальнейшего сотрудничества с предприятием и приобщая студентов к корпоративному курсу предприятия. То есть люди, которые прошли практику, они уже примерно даже знают людей, куда они придут на рабочее место, знают, с кем будут работать, мастеров, рабочих. То есть ну, уже нет такого страха, скажем так, приходить куда-то на новое место. Оплата труда в период профессиональной практики на базе предприятия при выполнении производственного труда осуществляется в соответствии с действующим положением на основании заключенных с ними индивидуальных трудовым договором, а также в соответствии с договором социального партнерства. Средняя примерно заработная плата у нас составляет 30 тысяч тенге для студентов. Ну, это относительно как бы и немало, и немного, ну, хватает пока. Вот. В 2018 году колледжем совместно с Северо-Казахстанским государственным университетом Монаша Кужубаева заключен договор о совместной подготовке кадров. То есть они приезжают на базу вот сюда колледжа, проходят здесь стажировку, и мы принимаем у них экзамены эпизодически. Вот. Ежегодно примерно 35-40 человек приходят на предприятие к нам. Это нам обеспечивает, скажем так, ну, избегать каких-то перепадов в кадровом вопросе. То есть, естественно, люди становятся старше, уходят где-то на пенсии, где-то заболели, где-то переезжают в другой регион. Нам позволяет вот это вот безболезненно вводить новых людей. Вот. Скажем так, на втором курсе у нас 3 месяца они практику проходят. На четвертом курсе они проходят 4 месяца, но не проходят все одновременно. Разбиты по профессиям, то есть часть профессии проходит, часть это позволяет снизить какую-то нагрузку финансовую, и колледжу позволяет безболезненно производить обучение, скажем так, вот, более качественно. Ну, как бы, и также еще хочу отметить, что ПЗТМ является флагманом для Петропавловска. То есть ребята, которые проходят практику на ПЗТМ, и они потом с успешным могут устроиться в любой средний, малый бизнес. Это позволяет работать всему машиностроительному комплексу города. Вот, спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Ну что, уважаемые коллеги, мы закончили сегодня нашу повестку дня. И огромный смысл нашей сегодняшней встречи на этой площадке. Мы сегодня услышали реальные предложения
идеи. Очень здорово, что та работа, которую мы ведем системную по масштабированию проекта «Дуальное обучение», обучение на рабочем месте, оно имеет абсолютный такой вот ответ на сегодняшние ваши идеи и предложения. Это прекрасно, мы можем сделать определенную оценку своей работе. Но мы продолжаем совершенствоваться, продолжаем моделировать эту ситуацию, эту систему, дальше выстраивать взаимодействие с бизнесом, ну и, безусловно, вытачивать нужный документ для того, чтобы стимулировать производство, стимулировать бизнес по развитию дуального обучения как самого лучшего инструмента, как самого качественного инструмента подготовки кадров. Я хочу каждого из вас поблагодарить за участие, за вклад в развитие системы технического профессионального образования, дуального обучения в том числе. Пожелать вам здоровья, пожелать вам удачи, доброй энергии и до скорой встречи. Спасибо вам большое.